Так, все, записи выложил на мыло, пришло. Твич переименовал, все должно пойти, начаться. Так, Стрэндж играет против Вайер, я не знаю, кто... А, Вайер Прокс, но это слабенький явно игрок, здесь был один у нас. Дайте сетку, посмотрим, пока игра началась, просто чтобы оценить происходящее. Спасибо всем за плюс. А вот, Вайер убил кого-то, Стрэндж с ним, потом Сато он будет играть. Можно как раз Стрэнджа и следующую будет посмотреть, потом уже посмотреть, что как. Здесь Ваня бьется, Изи, Матвей, Блайчик, здесь есть Салайвом. О, Блай Салайвом, это интересно. Кванчи, так Матис, Кванчи, браток здесь, Зиги с Матизом, интересно, тоже достаточно будет. Френд бьет, с Хеллрейзер, Велоцираптор снизу. Были же и Кассы, Димаги, где они вообще все? А вот Касс есть, да, Касс есть. Димаги не было, походу, мне показалось. Димага уже в финале. Ему не надо играть сетку. Так, все, отлично, все обновилось, все пошло. Возвращайте все сюда, Твич тоже поднял. Твич пойдет сейчас, вижу даже уже. Пошел. Я здесь, среди теней. Все лишнее абсолютно закрываю. Ну что, здесь Стрэндж ходит рядом, а адептиками пытается на мейн ворваться. Будет вообще телепортироваться? Да, телепортируется, и ни один топилон не прикрывает просто здесь ничего. Что-то Стрэндж как-то криво фокусит рабу. Ну, еще одного фокуснет сейчас. Адепт уничтожен. Ну, рабочих нескольких убил. 18-24 в пользу Стрэнджа по рабам. Здесь все очевидно в этой игре, я думаю. Тем более. Так, здесь еще пробка стоит. Минус пробка будет с тортом. Торт отжал Стрэндж, 26 уже, 18. Да, здесь Некс устроится, но толку от этого мало. Так, захват я переключил. Чёрта с два я чё переключил. Здесь Роба пытается Вайер отстроить рабочих, но Стрэндж уже тоже строит их масс. 30-21, это катастрофа на самом деле. Здесь Твайлайт, я думаю, такого надо с Блинком добивать, идти просто будет. Может, Фаржу даже позже заказать, да, плюс один сделать. Мортлы первые выходят, иллюзиями Стрэндж разведывают сталкивая этих Феникса иллюзий. Полетел вперед, здесь Фаржа плюс еще гейт пошел. Сейчас иллюзию потеряет Стрэндж, так будет лететь, но он ее контролит и залетает спокойно на мейн. Видит абсолютно все. И этого достаточно для понимания ситуации. Естественно, здесь плюс один будет, и Стрэндж начинает, и Мортлов... Строится раз, два, заказан. Можно будет с эмортлами выход какой-нибудь сделать. Чепилончики пошли. И два гейта пока что есть у Стрэнджа. Ну, то есть, если он выход будет делать, они чуть позже будут добавляться, естественно.
Еще призма заказана. Ну, плюс 4 гейта, 6 гейтов у Стрэнджа будет. Да, он собирается прессовать. И как раз плюс 1, да-да, делается к выходу. 50 секунд там остается. До блинка уже 20 секунд. Стрэндж даже и не бустит его, понимаешь. Все равно раньше плюс 1 будет готов. Барабан, кстати, почти сравнялись. И еще Вайер, смотрите-ка, тут настроил лимита боевого тоже. То есть ситуация близка, но у Стрэнджа гейты нет. Вот сейчас эти 6 откроются, Стрэндж будет варпать много. И, конечно, по лимиту плюс вырвется. У него и ресурсы есть, в принципе, сейчас. Тут понимает, я думаю, Протос, чем пахнет, что Стрэндж собирается делать. Но выхода пока не идет почему-то. Вот сейчас пошел варп с энтри сталкера. Плюс 2 Стрэндж не заказывает. Ну, кстати, переварпа нет, и у Вайера у этого уже больше рабов. Что-то Стрэндж подзатянул, у меня такое ощущение складывается. Тут еще один Эмортл вышел. Призма есть, а выхода не идет. Вот час только Стрэндж идет вперед. Плюс еще 4 сталкера до варп. Можно камни пробить, либо через центр пойти на пофиг, либо вот здесь вот пробить, пойти, либо вообще обойти просто. Стрэндж предпочитает обойти, хотя таким миксом тут и пробить можно было за несколько залпов просто. Там плюс 2. И скорость атаки адептом делает. 3 Иммортла есть, 4 строится. И Иммортлов, конечно, столько много. Это очень опасно. Ну, можно Стрэнджу проатаковать в лоб будет. И, например, уйти потом на рампу, заблинкнуться там с энтрями или что-нибудь сделать. Ну, нет. На 3 оверчажа, на 3 пилона даже, наверное, не стоит Стрэнджу делать этого. Приходится иллюзия Архона сейчас. Пошел замес. Где филды? Стрэндж хорошие филды ставит, смотрите. Иллюзия филды не контрит. Вообще сталкеров отблинкнуть надо, что Стрэндж и делает. Очень неплохо инициировал сейчас, я бы сказал, вообще круто. Иллюзия там через филды ходит спокойно абсолютно. Еще одни филды, 3 иммортла спереди остаются. В итоге их сталкеры с иммортлами расстреливают. ГГ пишет. Просто, ну тут очевидно Стрэндж пишет, четко исполнил и все. Так, Блай с Элайвом уже начал. А где Блай, я чуть не понял. Странно. Прошу Стрэнджа, чтобы заинвайтил. Блая так и не наблюдаю я почему-то, если честно. Написал ему в скайп, но... хз там. А, вот, Стрэндж уже ожидает, отлично. Так, ну что, Стрэндж бьется следующую игру, это у нас Сато бьется, тут такой игрок.
Не знаю, я думаю, что Стрэнджу тоже он на один зубок, как и предыдущий, скорее всего. Так, все, ребят, я здесь. Во, один Стрэндж против Сата. Вот он Стрэндж. Почему через два гейта Тайгера? Через два гейта самые сейфовые опенинги сейчас. Какие роли адепты должны играть в замесе? Адепты, они перед стоят стеной перед имморталами. То есть, если теоретически адептов много... Прошу прощения, они иллюзиями врываются, например, или даже просто стоят, как бы. Сталкеры по ним бонуса не имеют никакого, а сзади имморталы расстреливают. Но Стрэнджа было настолько больше, и плюс он филды грамотно поставил, что сталкеры умеют назад уходить, а адепты нет. В итоге часть адептов дерется, часть нет, имморталы отжаты, и они сталкерами плюс имморталами были разгромлены. Ну, бывает ситуация, когда адептов много, и они... Прямо вот в эту шаблу врываются и разваливают в хлам, особенно со скоростью атаки. Так, у Стрэнджа что-то не одновременно совсем выходит сейчас, кстати. Адепты первые. Один стоит, второго ждет, надо идти вперед. Но Стрэндж, кажется, в Нексус пораньше играет сейчас. Плюс два сталкера заказано. Как отключить тортики? Я без понятия, я так понимаю, нельзя никакие тортики отключить. Если кто разберется, что можно, то сообщите как, потому что я бы обычные минералы оставил, не они. Ну, я привык уже, но поднапрягать немножечко тортики. Поднимаются адепты на мейн. Одну сентрю забрал Стрэндж, одну продемоджил, одну пробку забрал. Ну, так себе размен, лучше бы две сентри забрал, мне кажется. Семь-26 правам, близкая ситуация. Робо готова призма заказана, и Твайлайт делается. Здесь абсолютно то же самое, но Твайлайт раньше усатый, он блинк заказывает. Но без призмы он делает обсерверов сейчас и иллюзиями разведывает. Стрэндж еще фаржу дополнительно добавляет. Парабам впереди немножечко. Mm-hmm.
Нет, день рождения как раз-то не прошел. День рождения то ли 26-го, то ли 27-го, я точно не помню. Ну что, Blink плюс один у Стрэнджа. Здесь Immortal. У Стрэнджа нет Immortal пока вообще в заказе. Гейт, ты тоже не заказ. Там третий Некс уже пошел. Ну, здесь тем временем два адепта пришли, начинают пробок бомбить. Две пробочки убил, в призму сел, улетел. Здесь надо снимать с газа. Снимает, улетает. Станешь тоже третий Никс уставит. Тут Стрэнджа фаржа, безусловно. Здесь грейдов нет пока. Попытался адепт концентрю забрать, но не под эморглами сталкерами, это без шансов. Прикрыли центрю сейчас свою. Здесь тоже мейн прикрыт. Два сталкера, пилончик есть, все в порядке. Плюс, так, плюс 5 гейтов пошло у Сата сейчас. Ну что же, неплохо, 5 гейтов строится, вроде как Никс 3 надо бы раскачать, по рабам проседает. Здесь тоже третий, здесь уже дистанс майнинг идет на третьем. Не думаю, что дата поможет в тортиках. Я думаю, у них своя там дата. Это дурачок какой-то сидит просто, фигню всякую пишет, поэтому лучше не заморачиваться. Ну что, идет Стрэндж вперед, до варпа адептиков, сталкеров есть достаточно много, плюс 2 делается, скорость таки адептом делается. А здесь архивы темпларов, и похоже, что Сата хочет сделать зелков, не зелков, а архончиков сейчас, но архоны это, конечно, очень интересно, но, блин, чажа-то нету. С чем архонов миксовать? Не, ну можно с адептами попытаться замиксовать. Кривой выход от Сата в центр сейчас. Теряет Иммортала, теряет Сталкера и, по-моему, Сентрю еще. До варпа адептиков новенький проход. У Стрэнджа тоже адепты варпятся, не волнуйтесь, все в порядке. Стрэндж, конечно, скорости атаки еще пока нету, но у Стрэнджа значительно больше юнитов здесь, и это видно. Так, Стрэндж тоже архивы темпларов заказывает, отступает, два газа на третий пошли. И лезть не стал. Тем более у него плюс 2 на 0-0 грейды, и это значит, что все работать будет. С мейна Стрэнджу надо рабов перевести. Посмотрите, 16 пробок на 4 минералинах сейчас добывает. Перебор. У один всегда до 1/4 на группу ВСК. Так, идет вперед Сата с архонами, но у Стрэнджа есть плюс 2, есть тоже архона, а там нету ни плюс 2. Боевого, правда, чуть побольше. Адепты не стали врываться. Если бы туда ворвался сейчас Сат, так, то был бы уничтожен бы сразу бы. Здесь еще плюс архончики. Сталкер, СН3, архона у нас. Миксы такие здесь интересные. А там и там. Сталкерами назад нужно сейчас Стрэнджу обязательно уйти. Дать адептам пространство. Они вообще не дерутся часть. И мортлы вообще не в бою. Сталкерами, блин, канисты вот сюда назад пропустит их. Хотя адепты подохли понемножечку, и сталкеры тоже вперед смогли выйти. И за счет плюс 2, за счет грейдов в первую очередь. Стрэндж тащит здесь. Призму сбивает, сбивает все. Это ГГ. ГГ ВП Грац пишет Сата. 1-0 Стрэндж. Стрэндж дальше идет. На кого он попадает, там я пока не знаю. А, ну там еще пока рано. Там еще
А, CMC Ultimate и Laser там бьется. А что было, я вообще не могу понять. Вроде как должен играть, но не играет в Блай почему-то, ну не видно его в батлнете. Так, Strange Invited уже, погодите, а кто сейчас там? А, все, и Лейзер, ё-моё, Лейзер здесь великолепно, посмотрите, Strange с Лейзером будет биться. Уже сетку продвинули, конечно, мы никуда в другое место не идем. И это, кстати, еще, погодите, Strange и Лейзер, это что за стадия у нас? Ро-16. Нет, это еще Бу-1 до сих пор, это печально, Strange надо уверенно сыграть сейчас. Я все вижу, ребят. Вы сейчас тоже все увидите. Ну и напомню, что от блоки очень большая просьба, ребят, отключать. Подписываться на премиум и поддерживать меня и мой канал, естественно, по реквизитам, либо через плеер. Ждем. Ну что, ребят, Стрэнджик против Лейзера очень такое зрелищное ПВЗ должно быть. Вот на этой карте с тем же ТЛО Стрэндж ошибки допускал просто жесткие, блин, и в итоге не смог втащить, хотя как бы мог выигрывать и выигрывать. Я надеюсь, на голову СК не будет он так нервничать. Ответственность здесь не такая большая на нем лежит. Как я относишься к Искандеру. Я бы, если бы знал бы, его лично бы еще бы. Я его лично не знаю, вот. Ну, честно говоря, первый раз, когда там я с ним играл, в ладере попался, проиграл, и он там, ну, вот, начал писать ГГ, что-то вопросы какие-то ставить. А ГГ писать до того, как игра кончилась, это, ну, нет жестче БМа, вот, по моему мнению, как бы, это самая наглая вообще тема такая. Вот меня это выбесило как бы очень сильно, но сейчас он нормально пишет. Я сам пишу ГГ, ну так попадался с ним в ладере несколько раз. Я не знаю, кто это, как бы просто реально. Чем больше стримит людей StarCraft, играют в него, тем лучше, я вам так скажу. Вот все, что я по этому поводу скажу. Мазеркор готов, плюс сталкер начинает Стрэндж здесь напрягать овера.
Ну, на этой карте просто овера достаточно сныкать. Сейчас, в общем-то, улетит сюда лазер, а потом в эту сторону полетит, и все. Вот он уже в другую сторону полетел сейчас. Пытается Стрэндж поймать, но овер очень быстро вижен получает от происходящем. Начинается микроконтроль. Ну, пробку-то направь, Стрэндж, пока ты тут контролишь, пробки стоят. Пытается здесь мейна на овере, на мейне овера поймать, но здесь вдалеке еще он висит пока. Его не словить так просто. Так, плюс гейты, вот, конечно, нагромождение это в стенке я не люблю, если честно, обычно. Ну, вот залетел сейчас и лейзер, проконтролил, увидел фаржу, единственное, что, ну, и у Стрэнджа делается плюс один, и твайлайтик пошел. Старкрафт похож на фехтование двух мастеров, Старкрафт 2, как два крестьянина друг другу лопатами мутуют. Тебе б на телеке писать какие-нибудь изобличительные, в общем-то, хрени. И сам из головы взял, выкакал просто в чат, и да, ну и все довольны, да, как бы. Абсолютно. Вот в этом плане игры абсолютно идентичны в плане происходящего, только с разными юнитами на самом деле и с разным контролем. Что, третий Нексус Стрэнджик ставит сейчас? Ну, тут лингов немало бежит, смотрю. А если быть точным, то сколько их? 20 штук. 20 можно и отменить, попробовать даже. Так, забегает Элейзер, но отменить ничего не получится здесь. Есть юнита Стрэнджа, все в порядке. Так, ну лазер масит дронов дома, плюс один оранжевый грейд, 61-45 в пользу лазеров, чуть парабан, как-то он жестко Стрэнджа опережает, сейчас чуть ли не 70 будет на 40, 20 рабов, Стрэндж, где твои рабочие-то все? А, ну вот он медленно, но верно раскачивает базу сейчас, кстати, гейтов будет 7 штук, и похоже, что Стрэндж вообще какую-то агрессию на блинке здесь собирается делать, ну это интересно, но что из этого выйдет, пока непонятно, и лазер этого не видит. То есть нужно мазеркор дома оставлять, естественно, сейчас где-нибудь поставить, чтобы он оверчажа просто что выставил. Здесь еще один пилончик пошел, боевого лимита Стрэнджа тем временем больше. Сейчас Эмортл первый даже будет готов, а обсервер строится. Так, забегает Линги, оверчаж быстро Стрэндж выставляет, хорошо, молодец. Не успел прийти, сейчас бы пару филдов бы, чтобы их забрать бы, было бы вообще бы царски, конечно. Сагрились линги немножечко, Стрэндж двигается вперед. Там Люркер Дэн, 104-106 по лимиту. Кстати, какой-то новый билд Стрэндж придумал в плане тайминга. Выход на блинки обычно как-то медленнее у него происходил раньше. Посмотрите, здесь оверы летят вперед. Сейчас придет просто призма. Посмотрите, оверов видит Стрэндж. Забирай оверов-то. Там еще один рядом летает, и лейзер отводит назад. Сейчас можно было просто дикий саплай блок на самом деле сделать и лейзеру. Заходит Стрэндж, почему с этого направления понять не могу. Ну, кстати, с этого можно филдами жестко прикрывать, нужно вперед пройти, всеми юнитами дэмэдж наносить этим камням. И Мортлу не дают, который больше всего дэмэджа наносит. Ну, сталкеры тоже дэмэджат хорошо. Так, хорошие филды пошли. Ядру Стрэндж подлавливает, там 2 или 3 ядра лиска отдаются. Заходит вверх на хгшечку, от фаербулов уворачивается. Нельзя так долго от фаербулов, порой надо быстрее здесь филды ставить, чтобы поджимать, в общем-то, оппонента сюда. Здесь филд кривой был, плюс один дал доделать сейчас Стрэндж, хотя можно было, мне кажется, эволюшн забрить этот все-таки. И будет переход, я так понимаю, с этого микса во что-то другое, иначе как-то Стрэндж, ну, не получается у него задавить, нужно газ добавлять на третий. В это время на мейн прилетает призма. Да, варп нескольких адептов происходит. Стрэндж, куда ты ушел? Там часть юнитов ушло, а Стрэндж сваливает. Пользователь сейчас. Николай Коля активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Николай Коля.
Под блинк агрессивный со стороны Стрэнджа, но Люркер успел закопаться, поэтому только сваливать здесь. А обсервер где-то сзади был сейчас. Адепты ничего не сделали. Короче, как Тейлейзер здесь терпит очень хорошо, а Стрэндж только потери сейчас были у него. Плюс Робо, плюс Робо Бэй заказан. Держит напряжение оппонент своего. Фотонок нет нигде, но это ладно, пока здесь контролят Стрэндж ситуацию еще. Ладно, можно биться так. Барабам ровно. Сервер есть, под блинк агрессивный наверх пошел. Гидрой пытается опса сбить. Гидрой не так просто оказалось его сбить. Ну, не дает и лейзеру расслабиться. Сместиться можно сейчас в центр от обороны действовать. И так, лейзер уже в спину пытается к Стрэнджу зайти. Учитывая, что у Стрэнджа нет мазеркора, это чрезвычайно опасно, я вам скажу. Стрэндж, кажется, что-то почуял, отступает назад. Что он сейчас будет делать? Дестабилизаторов первыми юнитами или... Да, два дестабилизатора заказано. Колоссов пока нет никаких. Еще здесь две фотоночки на центре ставят. Стрэндж, я насколько вижу. Роучи, кстати, без муву и лейзера. Это ошибка. Стрэндж фотонки и на второй ставит, чтобы врыва не было сюда, в общем-то. Какими-то юнитами. Ну, Роучи как раз именно сюда и хотят зайти. Так, здесь Стрэндж иллюзии запускает адептиков на вторую. Не надо телепортироваться ни в коем случае. Четыре садятся в призму, трех нужно увести. Сейчас отойди назад, иллюзию пусти, Стрэндж на мую сливает сейчас. Ну что за ошибки-то ты нелепые. Так, в это время Роуч пробивает вторую. Здесь дестабилизатор есть, плюс пара юнитов, давар. Хорошо, прижгет сейчас, как вообще пачку отрубил кусок. Стрэндж красавчик. Филды где? Пошли два филда, Роуч и минус сейчас, хлам вообще, все будут уничтожены. И лейзер просто на муве сливается сейчас. Больше не строит дестабилизаторов Стрэндж, но так, здесь случайный Гвардиан Шилд и лейзер пытается на центр, на четвертую что ли напасть, я чуть не понимаю. Но на четвертую ему не напасть, здесь плюс фотонки пошли, дестабилизатор есть и оверчажи есть. И лейзер камни здесь пробил. Так, Стрэндж тоже камни пробивать, чтобы быстрее передвигаться, я так понимаю. И лейзер пытается на дальнюю пойти базу всеми. Пошел филд интересный, зал дестабилизатором поспешил немножечко. Стрэндж в итоге ничего не убил, но вот новый дестабилизатор выходит. Так, Стрэндж филдов ставит немало, уверчажа 2 сейчас попилится. Куда ты спешишь-то, Стрэндж, стрелять этими дестабилизаторами, а? Заходит и лейзер, еще зал пошел сейчас неплохой. Неплохо гидру сейчас принимает. В это время Стрэндж тем временем приходит на вторую базу. Обсервер где-то сзади, нужно заходить как можно быстрее. Заходит Стрэндж, один сталкер, чтобы сплэш выманить, залазит сюда. И лейзер идет в полный размен, 21 гидрал. Стрэндж прогорает на этом размене, дестабилизаторов всех отдал. Все, отдал вообще. Но тем не менее, возможно, Стрэндж здесь может выбить приросты лейзеру эффективно достаточно. И это может подрешать, потому что у него плюс 3 есть. Гидра еще не вышла. Сейчас вот только гидра выходит. Стрэндж, уйди сталкерами, отдается по отдельности на третий. Не видит Стрэндж. Вот ушел на мейн. Конечно, идти надо сейчас. Потерял мейн, потеряет четвертую. Вторую, точнее, потерял на мейне дестабилизатор. Сейчас будет готов. Но здесь сталкеров достаточно много, кстати говоря. Так, куда-то на муви дестабилизатор пошел. Стрэндж, ну будь ты внимательнее, пожалуйста. Я тебя умоляю. Стрэндж совсем невнимательно как-то действует сейчас. Это печаль полная. Ну, вторую атаку хоть отменил. Так, здесь сталкерами выбил каких-то юнитов парочку. Пытается развалить мейн. Там две плетки есть сзади. Филд нужно ставить новый обязательно здесь, чтобы лейзер не смог зайти. Хайф убивает Стрэндж. Здесь база пятая заказана. Сталкерами дерется против гидры. Не контролит сталкеров вообще. Сейчас нужно отступить немножечко Стрэнджу. Плюс еще гейтов здесь наставил. Есть ревелейшн. Можно всю люру было бы выбить сейчас. 60-90 по лимиту. Гидры много заходят с разных сторон. Так, дестабилизаторы стрельнули. Здесь есть чем выбить все вот это дело. Выбивает несколько гидралов Стрэндж. Сзади в тыл пытается и лейзер прийти к нему. В тыл тяжело прийти. Дестабилизаторы уже там на КДшечке, между прочим. Телепорт Стрэндж сделал или все отдал? Я чуть понять не могу. Стрэндж все отдал. Это просто ужасно сейчас будет. Как он отдал ту армию-то? Я все пропустил вообще, а? Как Стрэндж там отдался? Понять не могу вообще просто. Но это ГГ. Тут добычи много, слишком много боевого. 40 на 104. Стрэндж вылетает с голфу войска, к сожалению. Я не знаю, там кто-нибудь из наших
продолжит битву или нет. Да, жесть какая-то просто. И здесь масс юнит и еще. Не-не-не, ребята. ХГ пишет Стрэндж. Я не понял, как он там на ХГ отдался, если честно. Ту группу ни в коем случае терять нельзя было. То есть он просто уходил на мове и, видимо, на люре слился, потому что 5-7 убийств было у люркеров. Других я причин просто не вижу, если честно. То есть та группа обязана была жить и продолжать выносить зерга там, либо назад отойти, как бы, да. Ну, законтролился это называется. Так, печально, конечно, что Стрэндж вылетает, потому что Стрэндж... Касс прошел в четвертый тур, Касса будем смотреть сейчас. Блайс и Лайва вообще не понять, где есть он. О, браток с Надо. Братку сейчас ворвемся. Здесь Казбла и браток еще живые пока в сеточке. Так, попробуем надо найти этого, кто у тебя вообще хз. Так, офлайн что-то этот надо.
Так, тем временем Блай Салаев играет, и есть даже стрим. Ну, посмотрим. Что-то Блай тут ведет просто дико, смотрите, по лимиту. Ну, по грейдам все печально. 102-57 по боевому. Нужно убивать идти, иначе проиграть. Там 2-2 сейчас будет. Ё-моё. .60 на .102. Если Блай сейчас не реализует, то можно смело выходить ему. Потому что 2-2 тиран загромит его в хлам просто. Вот Блай ловит сейчас там Элайва, смотрите. Тот пытается ступить под минки, насколько я вижу. Блай минки отфокусил фаерболами, там другую минку выбивает. Еще одна живая, нужно принимать бой. Заходит Блай, принимает бой. КСМки от тирана выходят. Фаербольчики пошли, там несколько мариков Блай подбревать. Сзади мутка налетает. 58 на 130 по лимит. Неужели тиран отобьется? Контроль нулевый, фаерболы проходят сейчас. Дотекают роучи, реводжеры еще со стороны Блая. Ну блин, как же 2-2 решает дико. Разбирает Элай Блай. 25-58 по лимиту. Хоть 14 КСМок у него и есть, но шансы у него на победу остаются. До сих пор же самое интересное. Блая нужно добычу как-то резко сбить. А как ему резко сбить? Так, браток инвайт, насколько я понимаю. Все, отлично. Так, что за ЕЦВ Радзун? Это ошибка. Ну что, Блай тут на закупке ползается, 75-41 по лимиту. Будет ли врываться? Армор еще не готов у оппонента его. Здесь часть роучи стоит. Так, на третью заползает. Здесь туретка есть, на четвертую Блай заползает. Сейчас по частям нафиг потеряет всю армию Блай и доползается здесь. Пытается уползти частью, часть там четвертую шатает. 65-120 по лимиту. Врывается одновременно к Усманам армия Блая. Сейчас будет в лоб атаковать. Здесь разводит, чтобы марики все в куче там не дрались. Так, заходит на рамп. Все, армор готов, хотя по 1-1 у Блая стало, и то хорошо. 50 на 38 по лимиту. Так, один медивак выбивает. Слишком много мариков, они стимпачные просто. Ну, 130 на 30, ребят, здесь, кажется, все-таки не сможет вытащить Элайв. Блайв ползает прямо в мариков. Не дает подраскатить им. И Блай будет с кассом биться, у меня такое ощущение. ГГ, пишет Блай. Ну что, Блай с кассом будет биться, значит, что-то дальше пойдет еще. Ну, пусть, ладно, Блай с кассом, точнее, победителя братка Радзуна, Радзуна попадется как раз на победителя касса Блая. Ну что, это последняя МБУ-1 стадия, на самом деле, вот это вот, браток Радзун, это РО-16 у нас. Я надеюсь, что браток победит и сейчас пройдет дальше и будет биться
с кастом либо с блаем, чего очень давно не бывало на самом деле. Ну что, ребят, король Сиджонг у нас, браток снизу, Радзум сверху, Радзум просто, я почему-то думал, что он зерк, но нет, он не зерк, он просто у нас, и стандартный билд Гейтгас Никсус. Так, фактурочка пошла у Боротка ранее. А видел Радзум, что там фактурочка? Нет, он только видел рампу застроенную. Ну что же. Как Браток сыграет, это вопрос, конечно, сейчас. Но думаю, что как-то интересно он должен сыграть. Так, здесь у нас достраивается Никсус. Браток все прекрасно видит. Гелики строятся и Марики строятся. Сейчас такое ощущение, что Гелиона Мариков урыв будет со стороны Братка. Билд интересный, Паш давно еще любил подобные билды. Марики куда-то пошли что-то законтролить. Зачем они вот здесь вот стоят? Не знаю. КСМ-ка нам и не сныкана. Старгейт у Радзуна, нужно обнаружить Старгейт. Надо слился с турнира, да может надо Радзуну проиграл. Надо, он тоже, что это, кто это вообще, он... Я в финале-то его даже не припоминаю. Не то, чтоб он там супер крутой. Так, СМ-очка пока стоит. Марики кого-то отогнали здесь, это был Адептик. Третий, а, Минка строится. Два гелика, Марики, Минка, 6 Мариков. Плюс миночка, плюс 2 гелика будут врываться. Полетел дроп от братка. Здесь вторая уже добывается вовсю. Ну как браток будет разводить сейчас? Вопрос хороший. То есть он будет сюда дропаться и одновременно завещать. Или на мейн он будет дропаться. Здесь уже пилончик готов у Радзума, что самое интересное. Залетает браток. Минку копает. Минка успела вкопаться. Не перефокусил сейчас браток. Правда. Где гелики-то так долго едут сейчас? Ё-моё. Адепт на мэне Мариков убивает. На за минеральную линию дропнуться сейчас. Два гелиона приезжают. Залп раз. Ну, третью подрежь. Подрезает браток. Здесь поднято все. Неплохо в это время на мэне прошел дропчик. Еще пофокусил там несколько рабочих братов. Дропнулся мариками сейчас от фениксов, прикроют свой медивак нормально. Мне пофиг, как читается Радзун. Если даже это Радзин, то у нас воскресная схватка двух Якадзун. Братка и Радзуна просто. .59-52 пулемет. ЦЦ-шечка у братка готова. Бараки добавляются. Циклон есть, разве что танки пока браток не настроил.
Так, в это время наконец-то Радзун минку выбил. Наконец-то. Браток куда? Вниз хочет полететь? Ну, долетается сейчас Паша, потому что там Феникс, это живы все. Где они, Фениксы? А, Феникс и Либератора отгоняют, который подблочил мейн. И, кстати, убил несколько рабочих. И совершенно верно делает браток сейчас, что медиваком этим улетел. Почему? Тут и 4 марика живых. И хп у него 40 всего. И можно вычинить его сейчас. Он с полной энергией практически. А пока там Старпур с реактором будет, пока медиваки новые начнут строиться, времени пройдет реально много. Но прилетает сейчас схарасить поляка. Харас очень опасный здесь заходит, я смотрю. Либератор с викингом, конечно, все отгоняет. Нужно туретку, правда, заново построить. Сейчас мейн захарасит. Ты че, браток, мейн не прикрывает? Ну, пожалуйста, минус масса рабочая. Браток делает выход. Это пошел, кстати, хороший врыв. Ну, туретку надо запилить здесь срочно. Срочно очень запилить на туретку. Браток, причем, идет со стороны камней сзади на вторую, а не на третью. Да даже вот с этой стороны можно было сейчас братку заходить, я уверен абсолютно. Пилонов здесь пока нет, ничего нет. И в итоге пуш-то интересный очень получается, я вам скажу. Танчик есть поднять энергия? Нету энергии поднять танчик. Что-то долго очень браток тянет, конечно. Танк пропустил сейчас Радзун сюда. Это печаль для него. Мазеркор падает. Юнитов просто немерено сюда. Рабочих сбривает, конечно. Но сейчас новые подъедут и выпилятся. Мариками камни пока пробей. Да, Паш, тут надо добивать уже вообще полностью его. Здесь нечего ему ловить. Переводится на третью рабочую. Ну, газ нечего. Нет смысла долбить газ сейчас. Просто один. Так, передроп на ХГ идет. Фениксы работают сильно тут, напрягают. Марики пошли. Блин, что браток делает? Почему он камни не хочет пробить? Да нечем здесь драться, тирану, вот с этим всем делом. Процу, простите. Выбей камни и все. Тут бункер, туретка, ничего не сделать. Танк один повыше подвел, сюда бункер впилил и все. Копится ваш дом, стим почти готов уже. А, ну он ждет сейчас стимпака, понимая, что... Кстати, здесь есть танк первый уже. Готов. Либератор подальше разложился. Вторая туреточка у братка, я бы на его месте еще бы тут... Вот это, подстроил бы. Танчики еще ближе подвигаются к... Минус викинг. Либератор пока живет. Все, марики со стимом. Минку вперед надо обязательно перекопать. Себе же демеджа больше нанесет. Прирост просто гигантский дома. Я не понимаю, почему браток не идет приростом сюда. Сейчас просто если проц каким-то образом, а образом элементарным у тирана армия расплечена на две части, сможет выбить, например, вот эту часть, и вторая не успеет подойти, это будет для иметь катастрофические последствия для братка. Марики идут на муви наверх, вот 4 уже отжал сейчас проц. Ну и все, ну нет, тут браток заберет, конечно, но что вот это за смех тут остается? Почему не подходит? Смотрите, сколько юнитов здесь. Ну, я вот этого не понимаю. Просто катераны такие вещи не понимают, что нужно соединить армию. Привет, крадок. Они уже рабочие несколько дней, как с тортиками. Старкрафту 6 лет, 27 числа. В связи с этим так сделано. Все, сваливает братиша сейчас... Соединить армию, щиты доделаются, плюс один готовый, 77-64 по лимиту. Либераторов, либераторы танки есть, правда, что-то печаль полная с этими, с... Минка падает, ну Мариков-то высадил, что браток бункер здесь оставил, не понимаю. Такой одинокий бункер, который никто не трогает. Идет сейчас другого направления браток, ну есть либеры, есть танки, все в порядке. Смещается к бункеру сейчас, видит, где Проц находится. Проц сейчас поймет, куда браток метит. А он метит сюда, на через вторую заблочится здесь и на мейн отжать просто, зайти, убить как бы.
Ну нет, он туда-сюда бегает. Обманул разумно. Вот 4 Марика отдавать я смысла никакого не вижу вообще. Сейчас 1-1 будет. Надо Паше подумать об арморе, о грейдах дальнейших. У Проца вообще даже ни одной фаржи сейчас нету. Переселился на дальнюю базу. Но лимит нормальный тут, в принципе, у Проца есть более-менее. Все, пошел дистанс майнинг. Туретку почему-то Паш не ставит здесь, хотя фениксы на карте до сих пор там есть. Все, марики в панике убегают. Ну, один в бункере погиб, в итоге эти на стиме домой уходят. Долго стим действует, смотрите. Почти до дома убежали на стимпаке. Восстанавливается Никс. В итоге сейчас Проц на 4 Никсуса будет жить. Братка как не было здесь туреток, так и нету, что самое интересное. Так, прилетают фениксы, ну и чего, ну прилетели, а здесь... Так, здесь туреток нет. Пошел в залп. Неужели не запилить туретку-то? Че, Паша, медлят вообще? Сейчас прилетят, нам поднимают мулов там всего. 155-167, по лимиту уже даже вырвался вперед. Уже Протус у нас. Но я вижу армори и вижу вторую инженерку. Сейчас 2-2. Еще вот раньше, если бы сейчас 2-2 делалось, было просто царски, конечно. Потому что Протус на нулях. А у Тирана 2-2, это, сами понимаете, просто катастрофа. А Проц даже не собирается грейдов вообще. А зачем грейды вообще не нужны? Не понимаю такого момента. Три феникса, как не бывало, за Харас ответил Паша сейчас с Тирану. Протусу, точнее. Выдвигается, и опять вторую можно убивать. Абсолютно верно, считаю, направление удара для братка. Вот он сейчас зовет. В это время дропчик на четвертую проходит. Дропчиком четвертую зашатал, убил Никсус, улетает дальше. Здесь туреточку впили же ты. Ну, хотя там уже фениксы, я думаю, и не придут сюда. Заходит Паша. Не стимпачится пока. 2 либератора, 3 танка. Викинги здесь есть. Для Протца без шансов здесь драться. 2-2 делается у Паши, а у Протца вообще ничего не делается. И тут еще он третью шатает био своим. И все, минус Нексус, минус Протц. Я думаю, что здесь уже не выйдет. Хотя 180-160 по лимиту крайне опасная ситуация здесь. Прыгают зелки вперед под либераторами. Им не очень здесь становится. Они сразу же гибнут. Одним медиваком можно вот танчик сюда перевести, подагрить немножечко Протуса. Вот, вылетает еще либераторы, медиваки, уже 2 старпорта с реакторами работает, все в порядке. Здесь в тылу маленький дроп, 4 марика мародер и 5 марик рядом стоит. Нексус заказывает раздюм сейчас. Браток отменяет сразу же. Ну, дроп не обязательно было терять, но браток ближе пододвигается здесь лимитом. Танки берет, переводит дальше. Да био надо зайти, конечно, либераторы раскладываются, био заходит. Один танк, правда, где-то вообще сзади находится сейчас. Еще либераторы раскладываются. 2-4 штуки их становится. Здесь могли бы уверчажи быть выставлены и одновременно просто наломился бы, но он даже так боится драться. Третий танчик подлетает сюда, все, уже мейн сейчас начнет простреливаться. Так, в это время контр-урыв какой-то зелхлам. Как было 0-0 у Протца, так и есть 0-0. А у братка, посмотрите, 2-2 через 20 секунд. И это значит ГГ через 20 секунд уже. В смысле, точка невозврата для проигрыша будет пройдена. Против таких грейдов он точно не способен сражаться. Но ГГ он, конечно, сразу не напишет, если не наломится прям на это 2-2. Браток мейн стирает. Смотрите, какой у Протца просто колоссальный будет supply блок здесь, и он ничего с этим поделать не сможет. Паша понял, что Протц боится базу отбивать. Смотрите, 173-127. Так, здесь викинги есть, био спускается вниз, и... Так, часть био подходит под четвертый Никсус. Ну, Протц такой какой-то терпильный Протц, то есть он ходит, терпит. Побиться-то надо когда-нибудь, ну, Протц не считает, что ему прям надо биться здесь. Можно 3 танка перевести, зайти сейчас. Браток фокусит здесь Нексус, зашел группой био. Но нет, он не фокусил, он через оклик бил, прошу прощения, я был неправ. Через оклик бил Нексус, юниты все отдались, но грейды великолепно, идет браток вперед. Подходит уже к третьей базе Радзуна, здесь опять же масс пилоны, в основном все ресурсы в пилоны в эти чертовы вложил.
и вынужден сейчас будет биться под либераторами. Вот он заходит, архоны пошли, танки либераторы просто разваливают. Био на 2-2, грейдах просто жестко здесь, конечно, дэмэдж наносит. Колоссы падают, все падает по воздуху, браток, вообще все развалил. Либераторов переразложить сейчас просто надо. Да вот на рамку ГГ. Все равно ГГ. Отлично, Паша. Изичи на изичах практически сбрил. Очень уверенно. Так, а кто у нас там? Элейзер с гоблином, Блай с кассом отыграли. Нет, 14 минут Блай в игре. Браток победитель Блай касса выходит, кстати говоря. И между прочим, это уже будет 3. То есть кто-то из наших в четвертьфинале, кто-то будет и в полуфинале. А чё, грейды не нужны, Тиранвик спрашивает. Ну, ты видишь, вон, как сейчас я вижу конец замеса. Видишь, какой протос сильный? Ему не нужны 0-0. Он 2-2 тирана просто, ну, даже контролить не надо. Юниты сами видят, где тираны, они туда бегут и его убивают. Ему вообще ничего не надо. Так, победил ли Блай касса? Да, Блай браток будет. Писал одному и другому.
Так, до трех карт черкается по правилам, нашел я. Так, голосовалочку сейчас пильнем. Голосуем. Так, инвайт от братка пошел. Отлично. Сейчас вам сетку покажу. Вот у нас сетка, соответственно, ребят. И Лейзер Гоблин, Гурус, Повель, Блайз Братком, а снизу Фиера Соло. Идет, кстати, игроки, которых вполне по силам одолеть, я думаю, Братку и Блаю. Так что все хорошо в этом плане. Стрэндж шел по верхней части сетки, жаль, что проиграл. Так, все, на Team Liquid Twitch вывелся. Это отлично, что Twitch вывелся туда. Так, кстати, спасибо на Киви и на Яндексе. Вчера было, я не заметил донат вчера. Была поддержка на Киви 40 рублей было. Вот, и на Яндексе 346, там 101 человек и 246 другой кинул. Всем спасибо большое.
Так. Ну что, Влай, браток, посмотрите-ка. Браток, три барака риперы строят, что ли, билд? Я что-то понять не могу, да? А риперы, ну хватит ли у Паши контроля, чтобы таким билдом сыграть? Вот это вопрос, на самом деле. Почему? Вот. Потому что это требует просто жесточайшего контроля, на самом деле. Улучшение завершено. Ну что, три реперочечка у братка строятся сейчас. Сейчас еще один будет заказан. Что-то втыкает с заказом, браток. Где рипер этот? Ну что вот за исполнение такое? Вот это вот. Уже на плюс 2 накопилось, браток только вспомнил вообще, что у нас заказывать. И здесь опять... Это как хэппи, знаете, по одному рабочих раньше заказывал, про запас не заказывал. Это уже мертвое исполнение, вам скажу. То есть это уже тяжело реализовать будет. Риперы будут отставать, ну никак могли бы они лететь сейчас. И вот уже тут королеву на демонить особо не получилось. Криптумор, браток, не убивает. Гранаты две кинь туда. Криптумор живет, 7 хп у него осталось, не погиб он. Несколько лингов поехали в тыл сейчас. Пытается контратаковать братка у нас Блай. Ну, я думаю, успешно вполне сможет это сделать. Там 2 роуча заказано, а линги все ушли. Видит рипером лингов. Вот у них мув доделся, не получилось кушать. Еще 2 рипера прилетают, плюс все остальные, которые были на карте. Все это двигается вперед. Неплохо браток поймал тут лингов, но надо их пытаться всех убить. Ну там масс роучи и блай роучи реведжерами сейчас контрпуш сможет сделать, скорее всего. Если долго браток будет за лингами гоняться. Ну, лингов не поймать не смог. К сожалению, тут один пробегает. Запалил браток. Да, видит, где линги бегают. Нужно ловить, но они очень ловко и умело уходят сейчас. Еще Блай тут окружает рипера раз, окружает рипера 2-3. Ну что за фигня вообще? Не, как-то браток не достиг он целей, те, которые риперами должны достигаться. Зерк вообще без напряга сидел сейчас, как бы, и Блай сможет атаковать, и 9 дронов там заказано. Все, короче, делается. Здесь, конечно, попытка выйти в реактор лаба, стимпак заказан. 30 заказано, фактал заказано, вторая доделывается, сэшечка, понемножку. Понимает ли браток, что здесь третий нет Блайс, ну, атаковать будет, скорее всего, или нет? Ну, думаю, что должен понимать Паша такие вещи элементарные. Так, браток здесь перекрывается депушками, контролит камни сзади. А, вот на Дасане. Точно, вот какие камни добавили. Я думал, какие камни добавили. Да, чтобы сюда не забегали юнит, чтобы застройку нормально можно было сделать. Точнее, на галактическом процессе, а не на Дасане, я извиняюсь. Достраивается третья цешечка. Браток развивается, Блай тоже развивается. Можно крип законтролить. Контролю. Крип гранатами убивает, браток. Нормально. Крипа здесь пока не будет, говорит нового. Блай сейчас тоже пытается занять, в общем-то. Несколько лингов камни грызут, браток прилетает. Не смог застрелить последнего линга, но ничего страшного. Здесь ксилнагу, кстати, Блай контролит. Залетает браток, роучи видит и улетает просто сейчас с риперами. Причем в направлении третий хак сможет он полететь. Пару криптуморов просканил, убил, улетает. Но на центр все криптумор один выходит. В порядке вот забывает Паша рабочих. Это не первый StarCraft, лучше, конечно, так их не забывать.
просто через клавишу hotkey, который, ну, отвечает за них, стараться назад, ну, как-то не назад отвести, а стараться на добычу направить. Минус овера делает бракок, мариков уже много, 89 выстрелили, лимита больше, чем у Влаеш, самое интересное, но Блай делает раньше 1-1, ренджовый браток только инженерку заказывает, у Блая уже армор через 40 секунд готов будет. Так, врасканил все, братук, все тут на центре навыбивал, нужен еще один скан на один единственный криптумор, браток его делает, все, крип уничтожен, Блай пытается выйти сейчас, нужно уходить, братку, щитов нету, ничего нету, но роучи без мува все еще, браток поэтому от них спокойненько уходит, риперами залетает, между прочим, на третью базу, а от Блая это практически улыновый масс-роучи. Браток королеву на третий зашатал. Будет на мейн залетать. Да, полетел на мейн, пытается на мейне что-то предпринять. Ну, Крио, надо рабочих фокусить риперами, а не через оклик в королев стрелять. Рабов они хорошо прилетел. Гранат 5 кинул, 5 пованшотил там дронов и все. Ну, кстати, Блай от Блая здесь улын какой-то с роучами планировался. Но браток вообще информацию исчерпывающую получил. Танки есть, био есть, 1-1 делается, то есть время сейчас на братка работает. По рабочим столько же абсолютно, сейчас армори заказать и вообще. Камни пробиваются. Блай заходит, браток все видит прекрасно. Танки дропают сейчас, браток. Три танка у него здесь есть, марики подкуют. Блай вынужден уходить просто и все. Туречку сразу заказывает, зная Блая с его подземным мувом. Браток понимает, чем пахнет все это дело. Армори на мэне строится, скоро доделается. Блай 2-2 делается, пытается Блай как бы на 2-2 здесь нахарасить. Не нахарасить, а убить, наверное, братка даже. Так, танчиками роуч подрезает на ксилнаге братюня. Залетает дропчик от братка. Игра такая пассивненькая стала сейчас. Но я думаю, что время на братка здесь в данном случае работает. Да, ублаем и кост, но нужно просто грамотный выход сейчас сделать на 2-2 будет братку и попытаться продавить. Пробивает роучи все направления. Туретки на второй нет. Вот где туретка нужна сейчас и бункер с танком, например, чтобы эти заползания не работали. Идет браток отбивать роучи. Здесь марики на стиме, там уверов подбривают парочку, еще что-то. Роучи заползают сейчас. Ну вот, смотрите, туретки нет. Браток видел прекрасно, что, блин, он не знает, что Блай камни пробивает, что ли, я не понимаю. И в самый неудачный тайминг уходит сейчас. Вот, они выкапывают, конечно. Ну, естественно. А что браток хотел, я не понимаю. Он же видел прекрасно, что здесь происходит. Скан кидается. Есть несколько юнитов био.
Роуч пытается заползти на мейне, просто не прикрыто, кстати, всю рампы. И три Роуча умудряются нормально ползти вперед. Так, Блай собирается принимать бой. Браток заходит, только на муве танки не слей, Паша. Танки дропаются, просто пол куска био, просто в Мехозич. И вторая тоже, танки вообще вне боя сейчас. Провал от братка, замеса просто бегая. 1-0 тоже Блай, скорее всего. Танки не законтролил, био не законтролил. 108-150 по лимиту. Пытается Паша еще на ХГ здесь подраться, конечно. Ну, кстати, Блая развалилась, тоже немало юнитов. ГГ пишет браток, уж здесь Лероуча на мейн заползли, развел Блай. Ну, ошибки от Паши. Видел, что Роучи ползают, Роучи не... Вот если бы сейчас тех Роучи убил, и в замесе был бы более внимателен, я уверен. Ну что, в игре браток против Блая. Вторая игра будет. Есть там оппонент уже? Нет, Фиерсоулом сейчас бьется. Победитель этого матча на Фиерсоула выходит. Так, ну что, ребят. Вторая игра. Новый Гетисберг. Браток через барак на лоу-граунде начинает. Но в этот раз это будет, наверное, барак с ЦЦшка. Так, ну факта с реактором у Паши. Рипер вперед полетел. Короче, все стандартно абсолютно. Рипер гелиончики, опенинг, ЦЦшка строится, все строится. Блай, как обычно, делает оббегание лингами. Если ты не готов к нему, то тогда можно и отдаться.
Так, ну 4 ринга прибежали, браток сел к СМ-ками в ЦЦ-шечку. Вот 3 выкидывают сейчас. Начинает все-таки добывать. На мейне одного линга окружил. Здесь 2 прибегают, сейчас 2 геленчика выйдут уже. Лингой-то будет кто-нибудь убивать, я не понимаю. Да, убивает, наконец, браток лингов. Туда-сюда поездил, назад уже. Здесь старпорт пошел. Странная застройка здесь, и депошки в итоге сложно поставить, как вот. Так, ну что, здесь все катается туда-сюда. Шесть геликов риперу, братка. Блайст двух баз, просто нидус на мейн делает братку сейчас. А браток-то и не готов. Викинги-минки, гелики нужно возвращать не через узкий проход, через вообще центр, где-то там возвращает гелионов брату. Все, минки зал по оверу делают. Ну вот если в две минки по королевам хотя бы ударили. Да даже если по королевам ударили. ГГ пишет браток. Ну не готов он Блая чудесам вот этим всем. И это очевидно. Для Блая изи был оппонент сейчас в четвертьфинале. Был бы Гратов, ваш результат мог бы быть другим. Сверху и Лейзер уже в полуфинале. Fear Soul. Не знаю какая ситуация, надо посмотреть. Сейчас поищу, нет ли там стрима. Может кто-то стримит. Да, вот Fear Soul идет у нас, давайте глянем, кстати. Один ноль фир ведет. Ну я для Блая, я думаю, что лучший фир. Почему? Потому что проца мечезов больше. Да и как тираном Блай так подсливает в последнее время апроцев. И Ниба 3-0 выигрывает, и не только. Так, рипер на золото прилетел. Нужен уверчаш срочно на пилоне. На золото нужно срочно переводить рабочих еще фьеру. Так, а сталкер с блинком вообще или нет, понять не могу. Еще плюс сталкера давар пойдет, 2 адепта, 5 гейтов сейчас откроются. 52-58, у Фира даже рабочих меньше, чем у Соула. Адептов много реально варпит сейчас у нас проц. Хорошие филды. Бункер живет очень много. ДПС сейчас бункер забрал на себя. 115-102 фира больше становится намного. Сейчас ССЧку пытаются сбрить. ССЧка падает практически моментально. Адепты врываются, КСМ их громят сейчас.
Под блинк агрессивно идет. Био адепты врываются. Ксул очень криво сейчас законтраливает. Просто дико криво. Это 2-0 в пользу Фира. Блай против Фира будет биться. Ну, неплохой немецкий проц, но я бы не сказал, что он какой-то прям крутой. Еще тем более он не убил Соула далеко. Так, агрессивный переблинк. Адептов надо завести дальше. Адепт заходит, призма залетает ближе еще. Сейчас на минка главное, не надо отдаваться Фиру как-то нелепо. Адепт все больше и больше. Под либераторов адепты попадают. Под либератора одного единственного. Нужен варп сталкеров сейчас обязательно. Сталкеры варпятся. Либератора можно убить, да и переблинкнуться можно, конечно. Переблинкнулся Фир, ЦЦ-щику забирает демедженную. Заберет сейчас и целую. Не знаю, черкают ли Блай. От чизов в стиле Блая хорошо отбивается. Ну, посмотрим, что он там отбивается. И отбивается ли.
Саурончик. Стрэндж проиграл уже. Сетка, вот она. Кто не видел. Блин, я хочу пойти. Отлить, я извиняюсь, облай молчит что-то. Все, в игру попасть, тут уж не прогореть точно. Алекс Пав, все нормально. Так, сейчас приду, ребят. Так, ну все, я здесь. Так, ну жду, пока Блай читать начнет. Так, пошел инвайт.
Так, ну что, ждем начала. Ну что, Блай против Фира у нас, ребята. Так, что-то от ушей уже подустала голова немножечко. Но ничего не поделаешь. Ну что, Блай с Фиром бьется. Фир может выйти в финал, и Блай может выйти в финал. Финал это уже 50 евро, как бы, и право побиться за суточку, плюс вероятность попадания на финалы месяца Гуфу СК. А Стрэндж уже выигрывал один Гуфу СК и второе место брал. То есть Стрэнджа мы на финалах июльских, получается, увидим 100%, да? Вот, в августе, начале там когда-то, видимо. А Блаю нужно тоже туда проходить, чтобы побольше наших участвовало. Так, секундочку.
Так, ну что, тут линги минуснули все-таки пробочку. Погодите, Блайз бревает пилон на третий стоял, пробку минуснул оппоненту. Сверхранний лейер у нас по билду здесь, кстати. И учитывая, что здесь робо, а видел Блай робо? Да, он его видел еще, когда она строилась. Может быть, Блай в шпиль хочет вообще выйти? У меня вот такой вопрос возникает. Четыре линга на изичах просто на мейн проникают, пытается Блай пробочку забрать здесь. Не так просто Фир здесь контролит рабов своих. Но Блай все-таки забирает пробку одну. Уходит лингами двумя, ну уже этот врыв окупился. Во-первых, исчерпывающая информация о происходящем на мейне у Бла есть. Во-вторых, он подгрыз рабочего. И пошел шпиль, да, посмотрите, Блай прекрасно видит, что Старгейта нету, видит призму. Пока все Блай великолепно делает, я бы сказал, в каком плане. В том плане, что он играет ситуативно от разведки сейчас. И он не делает тупую что-то там, ну, стандартно. Он видит, нету Старгейта, пожалуйста, можно шпиль запилить. Видит призму, надо принимать 10 лингов. Можно спорку сюда поставить на мейн, например. Линги готовятся, новенький. Да, варп еще адептов идет. 4 на мейн сейчас будет врываться. Почему, блядь, третью не ставят? Для меня загадка. Мутка это хорошо, но третья это база нужна. Опа! С островком играет у нас. Вот Фир дает. Залетает призма. Здесь королева есть. Фир видит все здесь, что его ждут вообще. С распростертыми объятиями собирается, блядь, что называется, принимать. Вот. Третью, на третью поехал дрон, но 5к5 муталисков у Блая строится. Третью Блая не сможет запилить, у него ресурсов-то нету просто физически сейчас никаких. Так, здесь линги под призмой находятся. Вот сейчас появляются ресурсы, и можно третью хату, и нужно третью хату Блая сейчас сделать. Он что-то не делает, не знаю почему. 9 муталисков заказано. Здесь можно будет и остров отменить. Ну, естественно, для начала Блай собьет призму, чтобы она не летала в наглую здесь от Фира. Не харасила его, не пыталась. Так, дропаются сентри, дропаются адепты. Линги наламываются, призму Блай сбривает все-таки в итоге. Все, не будет хараса никакого, сентри адепты уничтожены. Нужно лететь вперед. Здесь Нексус нельзя давать, добывать, нужно просто убить сейчас. И Блай сейчас можно свичиться уже с мутки вообще на изичах во что-нибудь. Я думаю, даже нужно свичиться. Вот сейчас Блай заходит, здесь уверчажи и масса. Остров Блай, я так понимаю, не видел до сих пор. Врывается муткой на мейн. И смещаться, ну, конечно, вторую смещаться. Блай криво контролит, правда, муталисками. Не всех пробок подрезать получается ему. Так, пытается здесь пилончик подхарасить. Ну, пилончик убьет, а толку-то? Ну, и убьет пилончик. Ну, да. Ну, лингов-то мало для врыва, абсолютно. Вообще не понимаю, что сейчас Блай делает. Зачем он так бьет? Просто рабов выбивает, а мутки-то погибло 6 штук уже. Ну, что ты, вот, смотрите, нет прикрытия на мейне нигде. Блай бьет рабов под юнитами оппонента на пофиг. Ну да, по рабам в плюсе, но можно же все это было более грамотно сделать, гораздо более грамотно. Фениксы пошли, свич гидру идет. Сам раскачался по рабам в плюсе. Вот еще по эволюшену в такой ситуации. Плюс один нужно. Грейды тоже нужно стараться делать. Так, мутка пролетает. Видит Блай Нексус прекрасно. Нужно залететь на Нексус сейчас, конечно. Мазеркор пытается уверчаж выставить. Нет, не выставит он уверчаж так просто. Блай врывается, пробка минус. Раз, два, три, минус. 4. На пофиг уже мутку можно на растерзание юнитом этим просто оставлять. Главное рабов убить все. Что Блай, собственно говоря, и сделал. Еще пытается уйти, но не уйдет. 47-63 по рабочим. Не, ну мутка дело свое сделала. Мутка окупилась, в принципе. Здесь еще 3 сталкера нам там заблочатся. Поэтому хорошо. Я не понимаю, зачем было 5 корабторов. Сейчас вот, по-моему, просто ему SH зажал гидралисков. Сейчас масс заказал. Но с эволюшном, чтоб плюс один надо было делалось все это делать, как по мне, просто с мувом сейчас прийти в лоб, например, убить. Либо с корабторами попытаться дропчик провернуть, гидрой туда на остров. Что мешает? Мешает отсутствие мува оверов, и он не делается пока. Но тем не менее, Блай уже четвертую базу ставит.
двух фениксов как с куста сейчас забирает. Улетают 4, было 6 сейчас. 2 гидральского-то отделились, но назад отведи, сейчас подрежут фениксы просто их спокойно. Так, здесь караптеры прилетают, вбревают караптеры. Мазеркор. И улетает спокойно. Блай гидрой пытается пойти к оппоненту к своему. Я думал, Блай зеленкой хочет залить, но он, как увидел сталкеров, передумал зеленкой заливать там Никсус этот. Так, гидра приходит, ну и приходит-то тут количество какое-то смешное. Так, караптерами еще Феникс Блай поливает. Может, на мэне зеленочкой Никсус палить, например. Ну, пытается Блай это сделать без шансов. Вот фениксы прилетели. Еще одного феникса пытался Блай подрезать, все-таки подрезал. Караптеры, правда, дэмэджены в мясо. Гидра приходит в лоб, уже атака пошла. Плюс караптеры здесь есть, но филлы хорошие, и гидралиски под фотонками падают. Сейчас часть вообще не дерет, 147 стоп по лимиту. Но прирост хороший от Блая сюда идет, надо заметить. Мазеркура как не было, так и нет. Ну, можно, да, вот сейчас можно до роба достать спокойно Блаю. Достает до роба, гидролинги лезут на ХГ сейчас, но нужно ли им туда лезть вообще? Принимает Блайбой, от фениксов сейчас отбивается, гидрой покусит имморталов, гидрой разбирает сталкеров. Гидрой можно роба сейчас убить спокойно, роба убивает, пилон не сбривает, здесь варп идет очень жесткий адептов. Адепты ж под гидру телепортнулись, сейчас варпанулись, но толку, гидра все разобрала, в итоге 154-73 по лимиту, уже рабочие в ход пошли. Хорошо здесь была игру провел, очень четко, все, остров законтрил, все законтрил. Караптеры втроем пытаются Нексус залить сейчас зеленью, заливают Нексус, полный дегенчик вообще. Разгром. Ждем вторую игру. Ну что, Блай в финале я очень хочу увидеть. Почему? Потому что тогда и финал будет нам интереснее значительно смотреть. Естественно. Значит, пока ничего не начинается, правда. Так, пошел. Хост захожу на хост сейчас. Так, да, что там происходит? А, смс-ки мне идут. Ну, понял, нет, это пока. Отклоняется. Все, 1-0 Блай ведет. Поехали далее.
Наши рабочие атакованы. Игра приостановлена. Паузу Фир просит. Игра возобновлена. Наши рабочие атакованы. Наши рабочие атакованы. Наши рабочие атакованы. Наши рабочие атакованы. Ну что, ребят, вторая игра. Апофеоз у нас карта. Пилон, интересно, стоит. Здесь Блайк, кстати, видел этот пилон. А он не отменен. Блайк, вот побежал-то. Гламим бежит. Ну, другими двумя лингами, наверное, пилон этот будет сгрозать. Первыми шестью пытается проникнуть к оппоненту. Зачем дрона-то терять, не пойму. Ну, Блай не контролит дрона, взял, потерял его. Нужно было просто увести сейчас, не тупить. На золото рабочие переводятся, линги и пилон Блай замечает, лингами начинает подгрызать. Здесь кибернетка еще не готова. Кстати, можно нормально сейчас нагрызть Блаю. Пошел пилон, так вот гейт грызи, конечно. Но Мазеркор будет готов. Вот так вот Стрэндж проиграл ТЛО одну игру на... Вот Сейси. Как раз пришли так линги, он запаниковал, у него был зелок, причем в отличие от этого игрока, от Фира. И он начал зелка водить, в итоге линги пробежали, мув доделался и все. Ну Блай без мува, его и цель была просто заставить нервничать, у самого экономика есть, мув есть и гейс грыз. Все, один адепт не два, один адепт не смогут фокусить нормально рабочих здесь. А золото, посмотрите, какой прирост по минералам дает. Угла больше добычи, чем у оппонента. При этом рабочих меньше. И все они на золоте. Просто у него идеальная добыча. 13 рабов здесь сразу же образовалась. Так, одного дрона все-таки Фир подрезал. Адептом пытается уйти, но у Блая все, сейчас через секунду мув будет готов. Вот линги выбегают, я думаю, сейчас скушают они адепта этого быстренько. Так и есть, скушали адепта, еще там уже линги встречали парочку штук его. 37-39 по рабам, у Блая лейер, но как-то дроны у него криво строятся, ему сейчас полностью раскачаться. Какая ужасная застройка у Фира, это просто что-то. Где у него вообще проход? А, вот, вот так вот это все будет обходить, выходить. Здесь просто нагромождение зданий.
Смотрите, три гейта, кибернефт, старгейт, два роба, и все это на одном единственном пилоне стоит. Блайк, конечно же, делает забегание, конечно, попадает к рабочим, конечно же, их начинает разваливать просто в хлам. И просто меньше в итоге, чем у Блай. Если Блай еще фокусил, был бы вообще молодцом. Но тем не менее есть третий Нексус. Но у Блай еще 2-4 линга Гидроден и четвертая хатка у нас делается. Ну и все неплохо. У Блая, в принципе. Чуть Феникса Блай не сбил Фиру, но этот совсем фейл, конечно, со стороны Фира. Все, рейндж гидре заказан, эволюшена как не было в прошлой игре, так и в этой не наблюдается, грейдов бы они делают. Ну, 20 юлингами сейчас он прибежит здесь и попытается что-то тут предпринять. Ну, там адепты ушли, здесь оверчаж есть, оверчаж Блай выманил. Нужно ли на 4 адептов лезть? Конечно же, ответ очевиден. Нет, не нужно. Нужно раскачивать базу, строить гидру Блая и вперед идти уже. Четвертый у нас и готово. Нидус пошел. Где Нидус? Нидус на второй. То есть Блай сейчас что делает? Он подстроил дрончиков немножечко на третью, на мейн третья и... Ну, то есть мейн вторая и третье золото раскачаны полностью. Ну, кстати, можно было бы рабочих штучка 4 и сюда перевести. Ну, чтобы они добывали. Здесь, например, спорку точно нужно строить. Феникс-то на карте есть. Ну, сейчас в любом случае будет атака в ближайшее время с гидралисками. Она пройдет, я думаю, успешно вполне. Только была лингов сливать не вижу смысла больше. Ну, здесь королев еще много. Сколько у Блая королев? 7 королев, 9. Да ну, тут вообще жестко. Сейчас будет врыв куда-то вот. А, вот, ну... Все, пошел Нидус, Фир его не видит. Я бы на месте Блая вот сюда бы сделал. Можно посмотреть, отсюда вылез, скрипа наставил. Во-первых, база рассек, во-вторых, может сюда-туда разводить пытаться. Вообще зергов хлам. Ну, тем не менее, я думаю, из того направления этот Нидус будет вполне удачным. Королева выходит первая. Да, будет сейчас оверчаш, но от него толку мало будет. Я думаю, моментально Блай запухнет. Трансфьюз на королеву ставь. Не, Блай без трансфьюза. Так сойдет. Нормально. Еще вторую тоже не трансфьюзит. Блай просто на отлике бьется. Еще один Нидус сзади пошел. Линги забегают в спину сейчас. Но адепты идеальные, в принципе, отбивают. В итоге Блай в армию криво же делит. Фира бомбит, и он выходит. Это ГГ. Так, Сбер, эта карта кривая, ё-моё. На Твиче тысячу лет, как уже. Так, а что другой полуфинал у нас? Лейзер ждет гуру ДНС, а там никого еще нет пока. Нормально, Блай. В общем-то, Блай уже в финале. А что там у нас где происходит? Надо сейчас посмотреть. Как-то изи пока все для Блая идет, вообще как по нотам.
Пытаюсь найти, стримит ли кто-нибудь еще что-нибудь. А нет, здесь то же самое идет. Так, а ESL что стримит, интересно. А вот гуру ДНС идет. Tak naprawdę, jak zniszczy takiego Archona, albo jednego z tych, jednego z Immortali, albo dwa, no to będzie wyglądało dużo lepiej. Tu nie ma żadnych force fieldów, więc zejście z rampy nie jest już takie problematyczne. No i górna... Chrena, on rybaczok polski zaczytał. Skorogaworszyk, что ли, ja чуть не понимаю. ...tutaj żyłce, na której próbuje tutaj jeszcze wspiąć się guru. Krwawią mu ręce, ale także DNS bardzo, ale to bardzo zmęczony. Tą całą długą batalią. To jeszcze dwa zerlingi próbują coś osiągnąć, zaraz zobaczymy, co będą w stanie zrobić. No i tą bazę trzeba obronić tak naprawdę. Jeśli straci którąkolwiek z baz z guru, no to straci tak naprawdę swoją dużą, dużą, ważną przewagę. 73 na 72 limitu. Guru upgrade'owo wygląda nie najgorzej. DNS jednakże ma plus 3 na atak i to jest też super, super ważny upgrade. No i co będzie w stanie zrobić? Pamiętajmy, że tutaj te jednostki muszą biec. O, przepraszam bardzo, muszą biec, zauważcie. No co, 10-1-1 między prosią guru DNS. У ДНС чрезвычайно опасный микс, чрезвычайно технологичный он, с архонами, с имморталами. Масс дилки здесь, но позиция у гуру просто прекрасная, и ДНС боится залезть дальше. Но боевой лимит, кстати, очень близок, плюс имморталы по гидре не так уж эффективны, но с архонами, почему архоны постоянно отстают у ДНС, понять не могу. Są widoczne, 90 na 70 limitów, no i teraz mocna szarża tutaj na górę. Tak, DNS пытается развести гуру, заходит на ХГ. Гидра не успевает подойти сзади. Участок гидра подошла, но сзади архоны прикрывают. И что-то... Ой, залез ДНС в ловушку. Ой, в ловушку залез. Гидра сзади пришла, зилки все слились. Хватит юнитов ДНСу? Пока понять не могу. Да, хватает, смотрите-ка. Ну, 30-60 по боевому, там 14 гидралов до заказа. Не, похоже, все-таки... Не продавить будет ДНС у гуру. Пытается отступить под даварф, там зилки и архоны еще, рабочих очень мало. Луркер ДНС правда закончённый, так ведь тоже зарезиковал сбудование каких-то там еще технологий. Зерглингов, чтобы хоть что-то потанковать, потребует. Ну все, здесь масс гидра. Гуру сдержал, и гуру сейчас с лейзером будет ЗВЗ биться. Судя по всему, Блая 100% на зерг будет в финале оппонент. Kiedy będą lurkery, no to już w zasadzie nie ma czym tutaj z nimi walczyć. Nie ma disruptorów, nie ma czym ich podnosić, tak naprawdę nie ma storów, no nie ma czegokolwiek tak naprawdę. Oj, oj, oj. Dzięki za hosta, Miszu. Bardzo mi miło, super miło. Ja dawno Miszu nie hostowałem, ani nic, bo dawno nie streamowałem, a będę musiał go więcej troszeczkę poreklamować. To jest człowiek, którego jak najbardziej powinno się oglądać. Także no właśnie, i lurkery, jeden lurker to jest wszystko, co wystarczy. To jest wszystko, co wystarczy. Macie trzy bazy tak naprawdę atakowane, tutaj jest lurker, tutaj także, no dobra, tyle na ten temat. DNS próbował zaatakować, Guru w półfinale będzie walczył na Elazera, będzie mieli fajne z wizji. No nieźle, dobra rozgrywka. Oj, oj, no dobrze, Guru kontra Elazer, moi drodzy. Chyba zaraz zaatakujemy. Tak, więc półfinał przed nami. Так, ну что, попытаюсь прорваться гуру и лейзеру. Может, что-то из этого и получится на самом деле. А вот и лейзер-то у меня есть, друзья. Сейчас, короче, ребят, я приду, ждем начала игр. И потом Блайс против победителя финал будет.
Все, я возвращаюсь к вам, ребята, игра уже начинается. Лейзер против Гуру у нас бьется, погнали. ГЛХФ, ГЛХФ, ЗВЗшечка, ребятки. Из Блайн тоже будет в О5 ЗВЗшечка. Соответственно. Пользователь Виконго активировал премиум на ваш канал. Виконго, спасибо тебе за премиум. Погнали далее. Так, реально ли корейцев победить? Все реально, но корейцев единицы только могут победить на данный момент. Еще пока такие есть. Но, может быть, в будущем уже и не будут мочь особо. Ну, турниры для Европы отдельно, это самое главное. Формат такой сейчас у Близзарда. Ну что, переводит Гуру с мейна рабов. Мув заказал. Кстати, мув без Бейлинг Неста. У Лейзера мув сейчас тоже будет заказан, чуть более поздний, но он продолжает газ добывать. Это будет Бейлинг Нест, наверное. Так, ну, Гуру гонит и лейзеровских рингов. У лейзера лейер пошел, у лейзера строятся рабочие две королевы на лоу-граунде. Сейчас будет Роуч Ворон сюда впилен, собственно говоря, с эволюшеном. Перекрыт проход будет и все. Так, здесь и лейзер Гуру отгоняет. И двумя королевами еще разбреет, скорее всего. Гуру 18, 24 линга строит. Агрессивничать решил, дружочек. Сможет овер сбрить, интересно. Сможет, да, сбрить овер и лейзер. Так, линги накидываются резко на королеву, нужно отогнать их. Вот там на муве еще линги идут, надо срочно королевами назад идти. Сейчас не успеет уйти просто лейзер. Посмотрите, Гуру пробревает, здание не успевает построить, а королевы пойманы на муве. Ну, добегался и лейзер, что я могу сказать. Королевы сразу уничтожены, два линга, тут несколько лингов грызут эволюшн. Короче говоря, это похоже, что минус и лейзер. Линги в рабочих сейчас врываются, начинают убивать просто все в хлам. У Гуру больше до заказа лингов я не наблюдаю, но тут крит дэмэдж уже получен. Мува-то нету, королева сзади выжила. Как она выжила-то, это понять не могу. Все, она добивает наконец-то Гуру королеву. Ну, дальше тут бесперспективно атаковать. Но Роуч Ворон убит был. По рабам и лейзеров все еще больше. Гуру все новые и новые линги вперед ведет сейчас. Кстати, нет оранжевых юнитов, чтобы прикрыть лингов сейчас. И лейзеру своих. То есть Гуру на муве начинает грызть просто и прогрызает. Лингов-то больше. Мув есть, с мувом они эффективнее позицию занимают, быстрее дерутся. 45-35, 1-0 Гуру, посмотрите-ка, ребят. А у Гуру от Блая очень сильно бомбит. Я хочу, чтобы Гуру бой сам или прошел. Потому что будет весело, мне кажется, тогда. 1-0. Хорош. Ждем вторую. А у меня и Гуру тоже есть. Но и лейзер у меня парил, ID добавлен, поэтому все нормально.
Ну что, ждем гуру. Так, ну что, ребят, 1-0 гуру ведет против Лейзера. Прожрал его собаками очень неплохо в прошлой игре. Так, хватит там уже Олимпиаду Юру обсуждать, потому что начнется какая-нибудь хрень, тем более окончательных новостей там нету никаких. Ну что, одинаковые опенинги в этот раз, 17-я хата, газ и пул. Так, пошла хата. Прибегает гуру, одного линга сейчас теряет здесь. Ну, в общем, по лимиту Лейзер впереди. Рабы заказаны, у гуру меньше заказано. Непонятно, как сейчас выжидательная такая позиция у всех. Может, кто-то сейчас психанет и СЗ зажмет. Вот у Лейзера 10 лингов поперло сейчас. Ну что, погнали, линги, вперед.
встречает гуру, собственно говоря. От лейзера, кстати, фейк-линги получаются. У лейзера сейчас он организовал врыв, отступает назад, гуру в контратаку идет. Там Роуч Урон, здесь Беллингнес значительно раньше, кстати, чем Роуч Урон будет. И очень хорошие шансы, на самом деле, у гуру и лейзера-то тут пробрить с Беллингами будет. У него масс-масс линги заказаны сейчас, Беллингов морфит новых. Надо из демедженных лингов только морфить. Так, линги бой принимает, сбривает и лейзер Беллингов всех на муве. Неприятная для гуру раскладка, там 5 Роучей уже заказано. Без Бейнов продавить будет просто нереально гуру сейчас. Нет, все-таки серьезная атака продолжается. Все, готовы роучи, Беллингов сбривают здесь. Вилайт гуру вообще не контролит бейнов, они до рабочих не доходят. Ну, несколько рабов еще, наверное, подбреет, это факт. Попытка на мейн пробежать, ну, здесь и парочку-тройку лингов есть. Короче, все, раз закончен. Ну, гуру в плюсе по рабам остался. Там же написано русским языком, что федерации будут решать, захотят и решат, что не будет, как бы, и все. Линги побегали, побегали. Все, гуру не больше не будет атаковать. Гуру пытается в Роуч Ворона выйти. По рабам он почти вровень идет с лейзером. Ну и у лейзера колоссальное преимущество по боевому лимиту из-за того, что роучи больше занимает. Плюс линги на роучах отдавались. То есть сейчас у гуру так себе ситуация. Вот он по дронам, конечно, вперед очень сильно выйдет, но успеет ли он намасить роучи к вырыву оппонента? Ответ очевидно нет. Почему? Потому что он вообще Роуч Ворона не имеет. Гуру пытается фейкануть выйти шпиль. Не, ну шпиль он скорее всего сможет выйти, но... Смотрите, лейзер-то все направления перекрыл свои, и все в порядке. Ребят, планирует и лейзер выход. Муф Роучем, правда, только-только заказан. Но лингами надо разводить. Смотрите, снизу камни можно прогрызть. 590 хп осталось. Что боится-то гуру сейчас? Все, контрзабегание пошло. Пытается пару Роучей здесь брить на муве. Одного сбривает, второго не сбрил. Заходит на ХГ, принимает бой. Линги минус, все, минус. 11 муталисков заказано уже, и эта мутка-то как раз-таки сейчас, по-моему, в этой игре и решит исход. Потому что линги хорошее контрзабегание сделали, дома есть чем отбиваться гуру. Вот уже мутка вылетает активно, юнитов и лейзер поделил на части, роучи вообще без мува до сих пор и без плюс один. Короче, в изи гуру здесь отбивается, по рабам в гигантском плюсе, по всему в гигантском плюсе. Так, здесь на муве овера выбивает гуру, на клике атакует. Ну, конечно, нужно сбрить вот этих роучи. Роучи сбривает в легкую. Что ты написал там, а лейзер не понял.
Ну что, Блай против Гуру, ребятки, у которого бомбежечка иногда происходит, когда он Блая проигрывает. И если сейчас будут они играть, вполне возможно, что такое будет. Так, ну что, можно переименоваться сейчас в финал Блай против Гуру. Так, ну что, ждем начала, сейчас я подойду.
Все, я здесь. И финал как раз стартует, ребята. Погнали. Ну что, Б5, ребята, Блай против Гуру. И вы видите, что Блай делает. Блай делает пул первый, причем очень ранний пул первый он делает. Похоже, что очень агрессивно будет начинать. Ну что, ребят, Беллинг Нест у Блая. На этой карте, кстати, очень легко можно от оверов всех уклониться, пробежать к оппоненту, да, как бы, что Блай и делает здесь и сейчас. Но Гуру пул готов, он строит два линга, мув сейчас закажет, возможно, и Беллинга в ближайшей перспективе закажет. Блай как-то, ну, очень долго оббегает сейчас, если честно. Часть лингов вообще с другой стороны отбегает. Ну и Гуру не без лингов играет, зная, что Блай агрессивничать очень любит он. Так. Муф у Блая не готов. Еще 10 лингов заказано. Когда беллинги начнут морфиться, а даже хз. Вот уже и Беллинг Нест готов. До мува 5 секунд остается. Нужно заказывать сейчас беллингов. 4 заказано. Несколько лингов сверху забегают. Гуру лингов выводит сейчас. Все, мув готов. Можно с бейнами врываться. Плюс 10 лингов стартуют с мэна. 15-11 сейчас по рабам. Гуру уже золото ставит. Оборзел вообще в край. Сейчас, ну, Блай здесь на контратаке славливает лингов оппонента. На мэйн надо заходить обязательно Блаю сейчас, что он и пытается сделать, насколько я вижу. Так, 10 лингов надо взрывать бейнами Блаю. Часть лингов взрывает. Королева падает. Бейлинги приходят. Что надо Блаю подождать? Прирост лингов просто сзади находится. Все, и вот с этими лингами можно и нужно врываться, Блажа. Несколько лингов укуснул беллингом, сейчас взорвал королеву, вторую тоже взорвет. Линги дотекают и дотекают, но у Гуру до заказ достаточно большой, сейчас нужно сказать. Так, беллингов нужно прикрывать, Блажа. Не всех прикрывает сейчас нормально. Пошел ли разводки. Блай заходит на хайграунд беллингом своим одним единственным против Гуру лингов. Короче, Блай не получается здесь задавить, да, золото отменил, но он слишком неэффективно разменивался здесь, посмотрите. Линги, правда, новенькие дотекают, сейчас и три бейна даже делаются у Блая в данный момент. Но не надо ни в коем случае отдаваться до готовности бейнов Блая. Ну, неплохие взрывы, но Гуру достаточно вполне здесь лингов, чтобы подбиться, еще один линг падает. Дотекание, да, от Блая идет, но 13-18 по рабам, Гуру больше по рабам до сих пор. Королеву достроил, плетку сейчас тоже достроит, кажется, ГГНчик здесь будет Блаю. Пытается Блая... Нет, королев окружать без шансов, пытаться только на мейн пройти, единственный шанс для Блая. Но Беллинг... Ну вот что это, Блай, блядь? Что ты делаешь-то? Ё-моё, у меня сейчас бомбанет. Как Беллинг сейчас, как деревянный просто в забор вкатился.
Я извиняюсь, но так игры не берутся. Вот сейчас этот один беллинг мог в рабов ворваться, Блай бы сразу штук 7 бы мог бы уничтожить этими лингами, которые были. В итоге Блай ничего не уничтожает, и это пишем ГГ, выходим называется. Хоть рабов у Блая больше, ну хотя нет, посмотрите, Блай-то строится. Хату еще можно заказать, но у Гуру-то 2, он перемасит Блая по рабам 100% здесь. Че за вообще, блин? Я понимаю, ладно, там на поздних стадиях, то вначале это когда от каждого юнита может игра вообще зависеть. Так, прогорать. Пытался Блай золото заказать, ничего не получилось, Гуру присек. Что-то Гуру улыбается. Я ж говорю, Гуру Блая бомбит, он Блая вообще ненавидит, по-моему. Когда особенно проигрывает, когда выигрывает, колоть пытается немножечко. Так у Блая несколько бейнов делается. Гуру Беллинг Несс заказан. Блай пытается золото запилить сейчас. Да, и он запилит золото. Дома тут несколько бейнов. Надо прикрывать третью золото сейчас Блаю свое. Взрывает несколько лингов. Не успел золото прикрыть, хотя очевидно, что Гуру туда побежит было. Гуру мастит лингов сейчас. Он собирается Блая за беллинг бастить в ответку. Вот Блая контрурыв может получиться прикольный сейчас на самом деле. Ну вот один беллинг на одного полудохлого линга от Блая начинается. Сейчас беллингов не контролят. Тут 6 беллингов делается. Блая видит прекрасно, что Гуру агрессивно действует. Беллинги вперед выходят, у Блая там дроны какие-то строятся. Ну а знаете, в чем еще проблема золота сейчас от Блаевского? В том, что на золото он королеву привести не может вообще. Несколько дронов переводится, это минус дроны все. И минус Блай, 30 на 50 по лимиту. Здесь уже не вытащить. Да, и королева, видите, прийти не может. Сейчас Блай чуть тех беллингов не отдал на беллингов. И все-таки в итоге отдал и лингов. Блай пытается держаться пока, отбивается здесь даже. Гуру третью, правда, ставит. У него 40 рабов на 26 Блая, 18 боевого на 10 Блаевского. И то сейчас Блай заказал 10 лимитов, 10 лингов заказано. 10 лингов, кстати, это 5 сил лимита боевого. Точнее, у него было 5, на 5 больше стало. Да, так и есть, все правильно. Я гоню про 10 Блай, на 5 больше стало лимита. Ну что, 36-67, Гуру уже ручий там масит. Так, роуч урон у Блая, золото давай 44-79, контрврыв на третью базу от Блая идет. Достаточно много здесь лингов принимают бой, Гуру пытается отбиться, но отбиться тяжеловато. Здесь роучи уже приходят, Блая нечем с ними драться. Реваджера у Гуру, Блай только роучи, точнее лингобеллингов строит сейчас.
падает. Золото у Блэйблай до конца не сдается. Ну, пусть Угуру бомбить начинает на позитивных эмоциях в первой игре, а потом начнет проигрывать, у него эта бомбежка перетекет в отрицательное и будет уже мешать Гуру. Поэтому Блай не выходит по ходу дела. Пользователь Ха активировал премиум на ваш канал. Спасибо, АИЧ. Ждем вторую. Зачем многоточие? Но это Гуру хочет Блая поджечь, типа, чтобы быстрее он выходил, типа, он время тянет, уже проиграл. Ну, на позитиве, да, прибомбить можно немножечко, ребят. Вторая игра Гуру Блай, в этот раз у Гуру пул первый, Блай хату Гаспул ставит. Thank you.
еще гуру на Блая, так агрится. Ну, я не знаю, типа, бомбит от того, что Блай пул первый не играет часто. Я не знаю, почему. Гуру уже, ну, сколько я не смотрел, у него постоянно бомбило от Блая. Постоянно. Ну, типа, считает, что Блай не очень игрок, видимо. Я фиг знаю, почему. Ну что, рабов у Блая больше. В этот раз опенинг для Блая неплохой получается. Но тут два линга приходят от гуру. Четыре, точнее, линга просто приходят. Но у Блая тоже четыре появляются. Сейчас королева будет. Все, дронов можно переводить на вторую. Эсмейна я тоже на месте Блая перевел. Зачем ему 18 дронов? А не, вот 16 остается. Все в порядке. Осталось 16 до дрончиков. Все, перевел Блай вроде как. Добыча пошла, здесь оверов гоняет, напрягает. Третью хатку запиливает, гуру летит как раз таки к этой третьей хатке. А у гуру роуч ворона очень ранний. И такое ощущение, что гуру собирается роучи лингами с мувом сейчас какой-то врыв сделать агрессивный. У Блая 10 лингов заказано. 5 роучи вот пошло, но у Блая на одного рабочего больше. И в принципе, я думаю, Блай сможет сдержать эту атаку, почему-то мне так кажется. Так, Юр, да я не против, в принципе. Стримера плюс кулера можно пропиарить. Почему бы и нет? Ну что, Блай видит роучей. Сам роуч урон ставит, но успеет он доделаться? Вопрос, хороший или нет. Здесь контррыв, но гуру готов. Смотрите, Блай видит несколько лингов. Ну, пару подгрыз, в принципе, разменялся. Частью лингов отступил. Будет ли Блай отступать домой сейчас? Да, должен он убегать, я думаю. Принимает бой с гуру лингами. Не надо так делать. Здорово, крутой Бобрик. Давно не видел, чтоб ты что-то писал, присутствовать вроде как присутствовал. А обновление не так уж давно, это вышло, ну дня 4 уже возят они. Просто 27 числа Старкрафту 6 лет исполняется. Вот в связи с этим-то, собственно, у нас и обновления все эти. Ну что, принимает Блай бой. Лингов как-то не мало остается, но роучи хоть вышли, и то хорошо. Часть лингов, которая где-то сзади бегала у Блая, отдалась сейчас. Неужели Блай сольет эту игру так нелепо? Линги новые, но выходят, нужно дронами в бой сейчас вступать. Дроны вступают, дроны отдают 62-50 по лимиту. Смотрите, как дешево гуру просто Блая пробивает сейчас. Вот готовится Блай, и все сделать ничего не может. Ну что за бред-то вообще? Линги выходят, 37-52 по лимиту. Пару реводеров добавляется у Блая. Своего реводера убивает фаерболом, второго продемеджил жестко. Нет, это, к сожалению, ГГ. ...2-0 гуру, ребята. Как-то была неуверенно, на самом деле, выступает, честно говоря, сегодня в ЗВЗ. Вот сейчас видел, что врыв идет. Ну, вот здесь лингами контрзабегание сделал, не удалось. Убеги-то назад, скопи все в куче. У гуру куча просто угла, опять не успевает рост выйти. Вот здесь бы на этом проходе бы лингами тянул бы время. Я не знаю, одну бы плетку заказал, но рабочих больше. Ну, не знаю, там просто времени. Блай очень рано понял, что пуш будет, и как он не успел подстроиться, для меня просто загадка, если честно. Но у Блая есть 3 хаты. Да, у него дронов 19 на 30, да нет, здесь 32 на 16. Боевого в 2 раза меньше, все меньше. Гуру сейчас третью поставит, все хорошо будет. Блай копит маслингов сейчас. 24-36 по лимиту. Сколько у гуру лингов, у меня вопрос. У гуру 26, у Блая 37, но у Блая не все в куче они
Обратите внимание, с контрзабегания может не вкатить просто. Ну а с двух сторон можно попытаться гуру и принять на самом деле. Но Бла решил, что сейчас вот он я забеганием, допустим, сюда забегу, подрежу, а Роучи приму здесь, да, как бы. Ну что-то пока не получается. Вот идет гуру вперед, все, линги гуру срываются, Бла это видит, и сейчас резко надо забегание вот этими делать, Бла, что ты стоишь, ты ё-моё. А, Блай пытается здесь подраться. Все, забегание пошло. Здесь лингами ворвался, окружил часть Роучи. Гуру часть рейлджеров морфит. Здесь линги очень хорошо забегают. Королеву Блай пытается подбрить. 29-50 по лимиту по-боевому. Пытается рабов понабрить гуру сейчас. Рабочих забрил некоторое количество. И линги, кстати, с рейлджерами сплавляются, Блайски. Ну, здесь вот забегание вот это нужно было забежать. И успеть лингами уйти, чтобы разменяться еще раз попытаться. Но... Блайк всех отдает, в итоге он с голыми лингами против гуру реладжера лингов здесь. Ну, кстати говоря, подрезает и неплохо подрезает. Бейлингов вроде как нет, ни там, ни там. 18-31, все по лимиту отстает Блай. Че у нас по... Так, 24 линга, 6 роуч против 21 линга Блая. Окружил несколько лингов гуру. Хорошо, вот так вот надо его ловить сейчас, пытаться. Ну, блин, все равно было все плохо. Он пытается, он изо всех сил пытается вот именно эту игру тащить, но вот эти 6 роучи идут, которые, похоже, не дадут Блаю затащить именно вот эту игру. Но гуру строит еще 6 роучи, и в чем минус, что он именно роучи 6 строит? В том, что, скорее всего, при таком раскладе Блая лингами можно будет дома отбиться. Почему? Прирост-то большой. Здесь контрзабегание, еще на пустую базу забегание это от Блая. Здесь 6 роучи все-таки пришли, начинается бой. У Блая 10 линков сюда закате, здесь дронами он пытается отбиться. Ну вот забежал ты сюда, но видишь, что юниты есть, убеги. Просто не надо отдавать своих лингов. То есть держи в напряжении армию его, чтобы она не могла вперед идти. Блай забегает, отдает угуру, опять высвобождаются войска. То есть нужно наоборот просто постоянные забегания какие-то делать. Может аж что-то получится. 30-17 по рабам, гуру уже в экономику переходит. Атаковать Блай точно не может, но вот отбиться может. Точнее, может рабочих забавить он сможет. Другой хат это 3 все-таки есть. Ну, 17-33, двукратное преимущество по рабам. И как было все печально, так и остается все печально. Так, здесь несколько беллингов Блай идут. Линду взрывать. Гуру все это видит прекрасно. По рабам Блай пытается забегание. Не, ну у гуру там вообще космос просто. Просто космос. Если ну тут бейнов штук 15, если бы Блай заморфил бы. Может быть, все и взорвал бы. А тут и лингов у гуру больше, и роучей много. Короче, 2-0 гуру здесь очевидно абсолютно. Ну, третья игра надо камбэчнуть можно, конечно. И даже у гуру будет вообще гореть, если бы комбэчить будет. Но можно и не комбэчнуть, как говорится. Так, секундочку, ребята. Да. Так, все, я здесь, ребят. Ну, тут Блай как-то отковырялся. 61 линк, ну там, 17 роучи уже. Гуру что-то там улыбается. Блай пытается не сдаваться здесь. Ну, двух роучи-то он может и окне. Это бессмысленно абсолютно это все. Наламывается Блай, налом бесшансовый для него. Вы видите, здесь роучи уже почти как собак. Блай 1-0, 1-2-0 точнее, вру.
Прикольная цифра сегодня, рублей 777.77. За сегодня поддержки и премиумов. Так, ну что, ждем решающую игру, которая может быть решающей. Но если Блай начнет камбэчить, то все может быть, как говорится, все может быть, ребята. Так, сейчас водички налью. Чай остался еще. Все, возвращаюсь к вам. Погнали. Так, ребят, 2-0 гуру здесь.
Блай ставит вторую на третьей базе, фейкует Блай у нас опять же в очередной раз. Газ пошел у Блая, газ пошел у Гуру, но у Гуру на рабочего меньше на данный момент. Так, а что у нас завтра, кстати, будет? Ничего фактически завтра не будет. Короче, ребят, завтра, наверное, выходной будет. Все-таки я, наверное, на пофиг в любом случае в деревню поеду, даже если на таксо мне туда придется ехать. Ну что, ребятюшки. Гуру третью ставит, Блай тоже третью на второй ставит. Здесь слинги с лингами дерутся. Гуру спалил, где у Блая база. Понимает, что фейк был от Блая небольшой. Парабан Блай в плюсе. По всем параметрам пока что Блай в плюсе. Ну, дальше сохранится ли это превосходство или нет? Вопрос хороший. Все, мув у Гуру готов. У Блая мув как-то отстает. И опять же, знаете, Блай как-то странно позицию юнитами своими занимает. Вот прибежали линги, просто сгрызли дрона. Повезло вот этому дрончику сейчас, что не погиб он. Блай сейчас мув будет готов. Лингов уже реально много у него становится. Так, 20 лингов Блая, у Гуру 4. Вот он новый там заказывает линга, 12 штук. И Роуч Ворон, между прочим, у Блая тоже присутствует. Но он хочет дрончиков построить немножечко, чтобы сейчас отбиться. 10 линги Блаевские забегают, будет драться. Да, дерется Блай, забегает внутрь. Но здесь королева хорошо помогает. И Блая тут не хватает лингов, чтобы Гуру убить. У Гуру прирост выходит. Ну, королеву сгрыз. В принципе, разменялся Блай относительно неплохо. Одним лингом забегает для разведки на мейн. Видит Беллинг Нест прекрасно. Линга потерял. 7 роучей Блай сейчас заказывает. По рабам, да, проседает. 9 роучей, но... Абсолютно очевиден момент тот, что не сможет Гуру ничего сделать Блай никакими врывами. Но, может быть, Блай с роучами вообще агрессивничать хочет? 6 троиц и 7... Да, да, это улын от Блая. 3-4-12 по рабам. Роучи линга-беллинги сейчас будут. У Блая идти вперед. Сейчас еще роучи 5 заказано. Будет Блай врываться, у Гуру роуч-ворон даже отсутствует сейчас. И у Гуру большие проблемы будут. Все, что он может, контрзабегание делать на данный момент. И у Блая заказ лингов 18, а тут 15 всего забегает. Так что все в порядке. Ну, Блая не надо гоняться роучами без мумом за лингов. Что Блай делает вообще, я не понимаю. Ну, куда он идет-то, блин? Ну, очевидно же, что приростом надо отгонять лингов. Приростом лингов отгонять лингов оппонентов, естественно. Так, роуч подходит уже. 10 роуч ворон еще не готов. 2 плетки у Гуру есть. Блай заходит без беллинга, без всего, без прикрытия какого-либо. Сейчас давайте роучи и надаем миллиард, и потом ГГ напишем, да? На третью Блай смещается, тут обороны нету никакой. Гуру никак не реагирует, дронов теряет. Раз-два, королеву теряет. 79-64. Еще забегание лингов от Гуру пошло. Блай прекрасно видит. У Блая там Беллинг Неста еще масс линги заказано. И я думаю, что Блай нормально отобьет здесь врыв этот спокойно. Сейчас прирост выйдет еще. Да, все, можно драться спокойно.
третью унизил хату, наказал гуру, здесь лингами отбился. Похоже на один, нет, еще пока не отбился, но сейчас отобьет, тот линги в кривой позиции гуру остается. Плюс королева, нет смысла гуру тут собираться, Блая разбирает, быстро достаточно. Роучи стоят, но я не вижу смысла Блая туда ломиться, Блая нужно экономику раскачать немножечко и никуда не ломиться вообще. Сейчас ринги прибегут, у Блая Бэйлинг Нес будет. Сейчас можно просто штук 10-15 бэйнов наморфить, просто сюда как бабахнуть вообще. Да, 9 вот Блая морфит бэйнов. 11 бэйнов. Может, там тоже 8. Тут будет зависеть от того, как гуру еще с вами выйдет Бэйлингом. Если гуру Блаевский взорвет, может быть больно. Лимит одинаковый, почти плюс 2 плетки есть у Блая. Если Блай затерпит в этой игре, это будет, конечно, провал полный. Заходит Блай. Бэйны идут вперед. Ну так неплохо тут вроде как и один, и второй вкатились. Но учитывая две плетки и сверх дэмэджа на фроучи Блая, говорит об одном, Блай не продавливает сейчас гуру. И ни в коем случае ему не надо до конца здесь влезать сюда. Блай понимает, отступает 20 линков, все строит. Сейчас Блай на своих улыновых агрессиях просто потеряет все преимущество. У гуру уже шпиль пошел, у Блая только лейер заказан. Это полный фейл. Сейчас гуру третью восстановит. И что Блай будет делать-то тогда, я не понимаю. Так, еще линги сюда врываются. Гуру масит рабочих вместо того, чтобы боевых юнитов. 32 линга, кстати, у Блая. Это реально много сейчас. Можно пытаться продавить. Три реведжера Блай делает. Лингов здесь все больше и больше становится. Но нужно аккуратнее быть. Третью надо отменить сейчас Блаю гуровскую и идти на ХГ потом. Так, здесь пытается Блай прикрыть реведжера. Пытается забежать роучи, окружить. Окружает парочку. Фаерболы пошли по плетке. Фаерболы плетку убивают. Линги заходят, реведжеры заходят. Хорошо, Блай бьются. Фаерболы по личинке там падают. Ну а что в этой личинке? Там роуч делался. Сумел выйти, говнюк. Ничего не поделаешь. Отступает Блай назад. Еще 28 линков. Блай какие-то дозаказы лингов странные. Вроде собирается заказать, потом смотришь, и нету лингов что-то, нифига. Вот сейчас 28 заказал, вот еще овер висит просто, минус еще овер надо делать, конечно. Саплай блок у гуру, просто один муталис всего заказан, сейчас у гуру он больше не может заказать. Знак вопроса пишет Блай. Отменяет гуру хату, Блай вопросы, гуру стебет немножечко. Но у гуру мутка, у Блая самого муталиски спиль делается, но блин... Сейчас он от гуру мутки может затерпеть, но у него гуру всего один муталис, сейчас лучше он прикол. Так, плеточку Блай отменяет, отступает немножечко назад. 6 муталисков у гуру заказан, Блай видит одного, единственного по фаерболам. Хорошо, гуру прогулялся сейчас. 74-80, лимита гуру больше, но Блай то, что третью отменил, это очень хорошая для Блая позиция. Заходит в минеральную линию. Фаерболы по муталискам отменяет вообще. Нахрен весь прирост вообще. Еще Блай вопрос ставит. У Блая немножечко бомбануло здесь, конечно, с гуру. Поэтому он ему всякие вопросики ставит. Сейчас Блай сам муталисков закажет. Штук 9, наверное. Да, 9 штучек и заказано. Фаерболами сейчас кидается. Ну, сколько оверов у Блая на карте висит. Отведи хоть часть-то. Ну, Блай, у Блая запас 81-162. Ну, Блай, я говорю, Блай, у него 200 лимита, он оверов до 300 строит, я думаю, когда вот лимит полный. 13 муталисков у Блая, гуру сколько? 7 плюс 4, так, ну, будет по мутке более-менее ровно, но у Блая третий газ добывается, то есть он по муте вообще в хлам перемасит гуру, это очевидный момент абсолютно. Все, мутка Блая выходит, он гуру подлавливает здесь, надо не отпускать его, скорее всего, здесь. Ну не отпустить не получится. Так, прилетает Блай. Здесь мутки больше у гуру. Что ты делаешь-то, Блай? Да иди ты назад, муталисков пробивает пару-тройку. Королева приходит в замес. Тут более неудачные позиции, чем сейчас Блай бьется, я даже представить не могу. Зачем он туда лезет? 10-8 по муталам, почти преимущество потерял. У гуру еще плюс один будет сейчас. У Блая вообще грейдов даже не делается на мутку. Ну что за бред вообще? Блай, что ты делаешь, а? Берет и сливает мутку просто свою. Ну зачем? Все, дал гуру третью установить. Теперь и преимущество не будет по газу. Грейдам преимущество нет. Но 98-83, там, по-моему, полемик. Все равно, Блай в плюсе.
Ну, муталисков 11-8, у Блая там все демедженное в мясо просто. Это мутка вся, блин. Просто жесть какая-то. И Блай умудряется развалиться еще прям здесь, прям в воздухе. Ё-моё, Блай, ну что ты творишь, а? Уйди ты нахрен отсюда, грейды не делает, ничего не делает, блин. 7 в 5 муталисков, стек не дал скопить, первый налом кривой, блин. И у Гуру третья добывает. Все, посмотрите, Блай вровень с Гуру теперь идет. Сейчас еще дроны. Да, здесь добыча начинается, пожалуйста. Что ты будешь делать? Гуру какой-то там полетел, прирост мушки подловить, походу. На Блай в это время прилетает, несколько дронов Гуру забирает. Дает Блай свою мутку. Нужно улететь. Здесь вообще ничего не демеджено. Блай все в мясо просто продемеджено. Наконец-то Блай догадался, что армор надо заказать. Ну, зря Блай знаки вопроса Гуру писал. Сейчас преимущество он отдавал. Дописался, блин, вопросы свои эти. Вот сейчас, сейчас четко пару муталисков забрал Гуру. Надо отступить сразу же. По мутке в плюсе. 5 еще сейчас выйдет. Эти регенятся. В это время лингами с ревузерами шатает третью базу. На третьей проблемы гигантские. Ну, Блай за счет экономическое преимущество землей расшатал. Молодец. Чисто на опыте Блай. Молодец. Сейчас все делает грамотно. Так, дронов забомбил фаерболчиками. ГЗ пишет Гуру с большими буквами. Бомбежка продолжается, ребятки. И это не конец, сейчас будет следующая игра. Так, Гуру в игре. Ждем Блая. Так, ребят, ни у кого с плеером проблем нет. Мне что-то как-то стрим стопается сам и приходится заново запускать. Что за бред? Свой же.
Ну что, ребята, Блай ставит вторую на золоте вообще. Смотрите, какой билд интересный. Ну, блин, это же СВЗ, туда дронов-то перевести крайне сложно будет. СВЗ это град, типа, поздравления, но понятно, что это в переносном смысле говорится в данном случае. Все хорошо, ну хорошо, что хорошо. Значит, у меня по ходу дела. Я понял. Не, вот у меня расфурычился сейчас просто что-то первый раз 3-4. Я жму play, начинает играть, стопается. Все, жмешь опять, загрузка идет проценты там. Опять идет, по-моему, опять стопается. Сейчас не стопается больше. Ну что, гуру не видит, где у Блая хата. Гуру думает, что Блай сейчас играет от обороны, а Блай-то с золотом играет. Смотрите, здесь уже два дрона на золоте. Сейчас третий будет готов. Лингов у Блая в продакшне. Зачем-то он принимает бой. Теряет несколько лингов просто на ровном месте. Ну, мув у Блая раньше будет, кстати, готов. И это хорошо. Он сейчас гуру вообще загромит здесь из-за этого мува. Смотрите, поймал часть лингов. Здесь все отдает. Здесь еще сейчас часть поймает. Скорее всего, через 2 секунды у гуру только мув будет. Все, у гуру мув доделался. Блай пытается настигнуть. Все, настигает. Несколько лингов сбривает. По лимиту в плюсе добыча на золоте присутствует, и 5 дронов была еще на золоте строить. Сейчас, ой, как у него добыча вырастет просто жестко. Так, 6 лингов еще была делает. Беллингов просто немерено морфится. Он показывает гуру, что типа я сейчас агрессивнее еще улыню, а на самом деле за счет золота еще и в плюс выходит. Была здесь по экономике, как вы видите. Так, несколько лингов назад идет. Здесь Блай заходит, здесь плетки, здесь силу масс. Такой кривой врыв от Блай, это же просто что-то вообще. Зачем он туда наламывается, это же хз. Пытается королеву гуру на золото сбрить. Королеву сбрил, на новую строить, что тут и говорить. 50, тем не менее, 49 по лимиту. Лингов Блай много строит. Так, здесь 1-2 беллинга против 4 пытался сейчас Блай что-то сделать, развести. Блая Мазда заказ лингов, можно и плетку здесь поставить. Блая 3 хаты, в отличие от гуру, у которого 2. Замес идет. Я не понимаю, что Блай делает. Сейчас он просто сольет миллиард лингов, беллингов. О, чё, Блай, как лунтик-то ходит зад-вперед? Да ну нахрен! Это вообще мне смотреть даже противно просто. Идешь рядом 4 беллинга, да разменяйся ты поровну. Чё ты рядом-то бежишь? Взорви 4 в 4, блин. Сразу здесь. Дал дойти, надо просто это делать до того, как оппонент к тебе придет. Гуру пришел, и Блай взорвался, ну, когда беллинги гуру уже в рабочих были. Да это просто бред вообще полный. Вот здесь на рампе начинает взрываться. Да пофиг, там одного раз, двух расконтролишь, останутся. Нет, Блай что-то ждет, до последнего тянет, в итоге ничего не может сделать абсолютно. Это ж печаль полная. Так, дропов на стриме нет никаких. Возможно, иногда фризы могут быть. Потому что в редких ситуациях процессор все-таки проседает, как бы, и там стопается стрим. Ну, Блай восстановил рабочий каким-то чудом, у него даже больше, чем у гуру стал бы. Контроль нулевый здесь, беллинги просто все забирают сейчас.
Я, блин, не понимаю, как Блай умудряется так сыграть просто вот в таких ситуациях, когда надо сверх сосредоточенно действовать. Блай умудряется просто взять и все на ровном месте отдать вообще. Золото падает, но это минус Блай, это точно, блин. Ну вот сейчас Беллинг не вовремя взрывается, вместо того, чтобы взорвать рабочих Блай, ничего не взрывает. Здесь тоже Беллинги отсутствуют пока. Так, 36-52, Гуру пытается давить, но это упущенная игра Блаем. Тут у него все было просто великолепно. До того момента, как вот этот врыв на золото был, который Блай вообще вот здесь должен был отбить. Или даже вот здесь вот Беллинга взорвать. У него всего больше было, как бы он умудрился базу целую отдать. Ну все, здесь Гуру золото доиграет. 31-63 по лимиту сейчас, ребята. Ситуация крайне печальная, вообще крайне печальная. Я понимаю, как бы, да, если бы игра какая-то была там ровная, но когда такие ошибки идут, просто, ну, Блай, не, тем более в таком сверхагрессивном ключе, ну, не должно у Блая таких уже ошибок быть, он сколько игр-то такой темой отыграл подобную. Так, 13-33 барабан, золото упало, здесь Гуру заходит, видите, Гуру заходит. Старт делаю.